Да, вот сейчас подключу тебя. Все равно А скинь мне тоже ссылки, я к себе выложу. А, вот, я в общий чат наш выложил крем. Блин, первый раз я буду сейчас скидывать такое. Вместе. Так, и сколько у нас там народу, как мне сориентироваться по трансляциям сейчас? Так, народ, извиняюсь за паузу, за начало трансляции, начнем, в принципе, народ будет подтягиваться, так, звук. Начинаем, девочки? Давайте начнем. Был такой вопрос с прошлого сатсанга. Немножко у некоторых вызвало резонанс по поводу отличия течения пранавы и имрама. Ну, у кого-то, понятно, ревностный фактор включился, у кого-то непонимание. Я попытаюсь сразу объяснить, что здесь нет духа соперничества. Это вообще нельзя сравнивать. И я попытаюсь объяснить сам механизм. Если поговорить о пранаве, это пранава, доктор, для тех, кто уже потерял весь смысл в этой жизни. Это действительно происходит. Он не дает никаких практик. То есть это не конкуренция с имрамом или еще с кем-либо. Есть состояние, так называемая темная ночь души, о которой я рассказывал, по-моему, в 8-м сатсанге. И вот когда происходит полное отключение, понимаете, механизм, вот этот, к которому мы убегаем, астральный механизм планет, действующих на нас, наша натальная карта, мы якобы пытаемся от него убежать, развиться, а по факту, и я об этом тоже много раз говорил, это набор наших задач, наших мотиваций. То есть мы просыпаемся с утра, у нас появляется желание ехать в Индию, у нас желание там родить ребенка, у нас желание устроиться на работу. И это не же, чаще всего не желание нашего ума, а желание нашего буддхического тела, вот этой латентной мотивации, которая, я имею в виду ключевые такие события, которые вот каждый шаг вы делаете, выйти замуж, родить, устроиться, уволиться, когда у вас какой-то огромный слой такой вот меняется в жизни. Это вот практически 99% это вот эти вот латентные мотивации. И когда выключается наш гороскоп, у вас исчезают эти задачи. Вы ловите состояние, что про вас все забыли. И вы сами про себя забыли, у вас не рождается желание. То есть вроде как бы та же самая жизнь, но получается такой эффект, что ну, не исчезает ощущение, что все, что бы вы ни делали, оно как вот впустую, как будто никому не нужно, ни вам не нужно, ни кому-то другому не нужно. Вы просто на месте точитесь. Такой день сурка возникает, пробуешь, ничего не срабатывает. Какие-то вот, ну мы же обычно живем как? Вот мы чего-то достигнем, и там за углом будет хорошо нам. То есть мы за счет этого двигаемся в этом мире. А там что не делаешь, ничего не происходит. Вот реально, точнее, оно происходит ровно так, чтобы там были одни сплошные разочарования. За что бы вы ни взялись, что бы вы ни сделали. То есть вы, например, будете хотеть выйти замуж, ну вот я имею в виду про период, когда темная ночь души наступает, а просто чтобы вот разница. Вы будете выходить замуж и моментально разочаровываться в этом. Вы будете рожать ребенка и моментально разочаровываться в этом. Вы будете уходить на другую работу и разочаровываться. То есть события будут происходить так, что вы там не залипнете.
Вы в этих моделях не залипаете. Если вот в обычной модели вы создаете семью, у вас какие-то надежды на ребенка, там, на мужа, ожидания каких-то трансформаций, там, вот накопим, купим квартиру, купим машину, вы постоянно какие-то крупные цели ставите и за счет них живете. А там нет, там это перестает работать. В какой-то момент мозг начинает офигевать и такой, а что происходит? То есть я тут вроде в 5 раз больше пытаюсь сделать что-либо, ничего не получается. В итоге начинается появляться такое сомнение, я это называю такой комплекс вселенского ничтожества. И вот я ровно к этим ощущениям подошел еще до того пранавы, но он другими словами он объяснил, что когда вот ты ощущаешь вот это состояние вселенского ничтожества, это первый шаг, что вы максимально близки к самадхи. А вселенское ничтожество – это когда ты полностью признаешь внутри, что от тебя ничто не зависит. В принципе, никак. Вот, то есть мы же живем и думаем, что мы все контролируем, то есть мы контролируем нашу карьеру, детей, там, мужа, еще что-то, ну как минимум хотя бы как-то влияем на это. А там происходит событие, которое ты сидишь и понимаешь, что от тебя вообще ничего не зависит. И реально вот вселенское ничтожество, вот эта вот мошка на фоне всей этой вселенной, и в этом состоянии ты начинаешь загоняться. Это не депрессия классическая, потому что депрессия, они, как правило, синусоидные. То есть ты ввалился в депрессию, слил энергию, потом остановился, вроде тонус вернулся и опять что-то делаешь. А там просто вот сплошное, там выхода нет. Нету плана Б, нету плана С. То есть если у нас что-то не получается, мы же что делаем? У нас в голове сразу, а я поступлю так. Здесь не получилось, я поступлю так. А там состояние, когда все планы закончились. И план Z уже закончился. Все, и алфавит уже закончился. И в голове ты понимаешь, что ты уже не можешь никак повлиять на ситуацию, что ты не можешь ничего изменить. И тебе только остается вот сдаться, вот полностью сдаться. И вот это вот состояние сдачи, вот это вот состояние вселенского ничтожества, это вот максимально близкая точка, когда ты можешь перевалить самадхи. Потому что в этот момент тебе перестает что-либо держать. Ты говоришь, окей, все, фиг с ним, то есть забирайте, делайте со мной что хотите, жгите, давите, убивайте, разбирайте на части, вот такое вот состояние внутреннее. И в этот момент вот всплеск происходит, вот эти вот. И первое я такое словил как раз в 2015 году, когда там большие очень потери были, и в работе там, и семья, и так далее, и куча долгов. И я вот реально, когда у меня все планы закончились, я около месяца еще пытался условно истерить, лежал в съемной квартире и как бы пытался что-то придумать, и туда, и того спрашиваю, и реально происходит, даже все друзья, которые поддерживали, начинают отворачиваться, вот как заговор вселенский, вот ты нафиг никому не нужен, не потому что они плохие, а потому что тебя подводит эта ситуация, когда ты ничего не можешь изменить, ты понимаешь, что вообще нету планов никаких. Ни один родственник тебе не поможет, ни один самый лучший друг, у него может что-то случиться, но только бы ну, тебе не помочь. И вот это вот состояние, его периодически ловят. И тот же пранава рассказывал, что он почти 3 года в таком состоянии был. Он на съемной, не на съемной, подмосковной квартире, какой-то маленькой подмосковной квартире, он лежал, он по сути как вот в пещере закрываются, он просто его накрыло, только у него... Я рассказывал тоже, что у нас есть 3 столпа, за которые нас можно зацепить. Это здоровье, отношения и социальная реализация. То есть пранаву чистило по здоровью. Он полностью разваливался. То есть все. И в какой-то момент, когда вот, то есть он пытался, естественно, знаете, страх возникает же. Здоровье, когда серьезные какие-то болезни, он не уточнял, какие болезни, но он подчеркнул, что именно по здоровью. То есть он говорит, у меня разваливался весь организм полностью. Он в этом страхе, в панике, во всем остальном, он один лежал, и у него вот это вот, говорит, и пытался практиковать, понимал, что ничего не работает, бросил это все. В какой-то момент сдался, и ну, он, вот, когда состояние вот это, я готов умереть, и у него произошло первое самадхи. То есть вот когда внутри, он просто уже перестал бороться с этим. И такие вот вещи возникают, вот если вы Дубянского слушали, у него к ней вышла книга, там озвучивали книгу, он рассказывает про своих учителей, там Йоги Рамая, Сати Саибаба, там про этого Махаватара немножко, ну то есть там у него главы. Один из первых его как раз учителей, Йоги Рамая,
Он рассказывает про его жизнь, и тот должен был ехать в Америку в 22 или 23 года из Индии. То есть это какая-то богатая достаточно семья. И он резко заболел, он 5 лет болел. И никто не мог ему помочь, у него уже все тело, то есть ну, изнемождение, и современные эти медики не могли, ну которые там англичане в то время не могли помочь, и местное вот это юрведическое и так далее. И у него уже состояние, он уже так устал болеть, вот эта боль. Он вышел во дворик и сказал, я сейчас остановлю дыхание, чтобы я умер. То есть он не хотел накладывать на себя руки, потому что это преступление. Ну, остановить дыхание, ну, как бы, ну, дыхание остановилось, и все. То есть он же себя ни мешок, ни петля, ничего. И у него получилось. Чаще всего, у нас же как, когда дыхания не хватает, он с паника начинается, и тело автоматом начинает дышать. А он в какой-то момент пересилил вот этот вот порыв и продолжил не дышать. И уже заваливаясь в бессознательное состояние, он услышал голос как раз Махаватара Бабаджи, в ухо, то есть он уже когда начал проваливаться вот это вот, ну, по сути, полубессознательное состояние из-за нехватки кислорода, он слышал голос, может, ты отдашь свою жизнь мне? То есть, и потом оказался это Бабаджи, как-то первый раз к нему пришел, то есть вот в 27 лет, когда он на этом камушке, вот тоже человек, когда полностью в точке полного разочарования, когда готов уйти, то есть вот, но здесь нужно понимать все-таки отличие самоубийц и вот именно людей, которые духовные, это немножко разный принцип. Вот, и возвращаясь просто вот разница пранавы и имрава. Так вот, пранава вообще ничему не учит. Просто он дает пространство. И если ты внутри как бы понимаешь, что ты устал от этой жизни, а оказывается, у меня вот период, я даже как-то заикнулся, последние 4 года у меня фактически вот эта вот темная ночь души по факту идет. Потому что я даже и с Имрамом пытался разговаривать, на семинаре я подходил к нему, мы с ним разговаривали, ему пытался объяснить. Ну, он мне дал рекомендацию, что говорит, ты поставь на паузу. А там уже не получается на паузу поставить. Я вообще могу ничего не делать, там все равно эти процессы, ну, что не хочет, что хочет, то делай, все равно никак не влияет. И в итоге, вот когда я к пранаве приехал, у меня вот это состояние, что ну, реально все уже вот отвернуло от всего, отпускает. И вот эти вот провалы, вот эти свикальпа, самадхи, это только потому, что вот это состояние уже вот на грани. И то все равно я почувствовал, что нет, не до конца я еще вот это прожил темную ночь души, то есть еще зацепки, есть еще привязки и так далее. То есть и где-то внутри это не дало дальше уйти. Я сейчас, секундочку, просто мысль закончу. Вот. А обратно у Имрама, если взять, это более лайтовый, но не то, что лайтовый, это более гармоничный способ. Крия-йога – это очень офигенный способ. Многие методики я использую, то есть у меня нет такого, что я там, о, нашел другого мастера, убежал. Абсолютно нет глупости. Даже чтобы вот зрители и все, кто меня знает, я эти техники использую. Крия сама по себе, суть крии – это в каждом движении. Вот это сохам, то есть ты дышишь, каждое движение, каждый шаг делаешь – это крия. Осознанно – это крия в основе. И я даже говорил про построение структуры Вселенной, именно когда прокрити энергия, она раскладывается на три составляющих. Это желание, движение, а движение – это и есть крия, и знание. Это одна из трех основных сутей. То есть без нее выйти в этот максимум нельзя. Но… И главный плюс вот именно крия-йоги в том, что идет так называемое вот это разжижение кармического трафарета, и проще воспринимаются многие вещи, нет шоковой, ну вот как представить, ну, мы на прошлом сатсанге как раз обсуждали, готовы ли вы уйти в самадхи. То есть привязки, вот эти семейные, друзей и так далее, там родственников не готовы. Но крия, она будет вести к тому, что в какой-то момент для вас это станет естественным, для вас это сейчас страх и паника. Но тонус вот этого ментального тела, точка сборки выше идет, то есть восприятие же мира меняется. Вам кажется, что вы сейчас по-другому не сможете представить? Нет, вы сможете. Вы сможете увидеть, вот знаете, как состояние. То есть у меня же дочка есть, 14 лет вот, будет скоро. Я смотрю на нее, и я понимаю, вот у меня каждый раз вопрос задаю, то есть, а что если? Я похоронил родителей в 2018 году, то есть маму весной, папу там зимой, вот, с разницей полгода.
Я был к этому абсолютно готов. Я их просто с искренней любовью похоронил, то есть я отпустил, у меня не было трагедии. Я видел, как они страдали, мучились и уходили. И я уже за пару лет до этого принял. То есть, и я понимаю, что любой человек и любимая моя жена, я понимаю, что если меня сейчас заберут, у меня внутри, то есть это не эгоизм, мне пофиг. Я люблю своих близких. Очень люблю, но внутри, если происходит это, то есть у меня уже не будет этой трагедии, это будет пониманием того, что это должно случиться, и это шаг следующий меня толкает на какой-то новый этап. Это абсолютно другое восприятие. И от этого не происходит вот это вот, как это сказать, ну, сердце не каменным становится. Наоборот, появляется же куча вещей, которые, ну, анахата же, она воспринимает. Я же чувствую, то есть симпатия, она сильнее становится. И каждый раз, когда я вот это, я начинаешь человека считывать, не разговаривая с ним. То есть вот очень много, и Оля не даст соврать, вот даже вещи, когда, ну, на полшага вперед угадываешь, ну, то, что у нее возникает, какое-то небольшое желание, там, принести воды или еще что-то, то есть она даже не успела об этом подумать, и она осознает, что она сейчас хочет воды. Ну, то есть вот такое вот ощущение. Это же все слияние, как бы, двух людей. Так вот, возвращаясь просто к Рие, она дает постепенную вот эту эволюцию. Ну, вот я не могу сказать на 200%, что она вас избавит от темной ночи души. Потому что Имрам проживал ее точно так же. И он давал это на своей закрытой лекции. Я не был на этой лекции, но мне вкратце немножко, ну, говорили о том, что очень похоже то, о чем он говорил. То есть у него лекция была про просветление не существует, по-моему. И вот он об этом говорил. Да, ее можно купить. И он, кстати, об этом говорит, что он проживал перед первым своим самадхи. И вот здесь встает вопрос. Глобальный. Вопрос не в том, что что-то хуже, что-то лучше, а вопрос в том, как мы подойдем к этой темной ночи души, когда вот это вот разочарование во всем, и остаться в тонусе, не сломаться, не откатить, не испугаться, не вернуться. Просто я побуду человеком, ну нафиг это просветление, потому что слишком много теряется. Как я вот на прошлом сатсанге сказал, когда ты видишь взгляд этой бездны, ну, многие думают, ну нафиг я лучше человеком еще побуду. Да. Саш, а вот скажи, после того, как ты посетил, ну вот, пранаву, у тебя прошла вот эта черная ночь души? Ну вот поменялось что-то? Знаешь, есть такой эффект, вот как в Библии написано, когда Иисус 40 дней в пустыне был, что же там в конце происходило? Появился дьявол, который стал его искушать. Угу. То есть он ему предлагал весь мир и так далее. То есть если кто-то знает, можете почитать. В 2015 году, когда у меня полностью все сломалось, у меня были огромные долги, то есть никаких перспектив, то есть никакой возможности, и я сдался. И у меня развернулось так, что я словил вот это состояние дзена. Это не было, скажем, той же савикальпой, но это было такое состояние, когда вот вселенская любовь, ты выходишь, и ты в каждом цветочки, в каждой бабочке видишь вот эту вот вселенскую любовь, ты идешь, ты просто кайфуешь по улице, ты в бомжах видишь вселенскую любовь. Ну, такое вот состояние, оно расширенное. Немножко даже с точка внимания, она как бы поднялась, то есть как будто надо мной смотрит. То есть такой вот второй наблюдатель очень четко чувствовался. И вот в этом состоянии я был несколько месяцев. И казалось бы, вот еще чуть-чуть, и уходи полный дзен. Но у меня все вокруг стало очень быстро нормализовываться. И самый прикол, что за следующий год, вот после этой точки, я почти ничего не делал, но я заработал денег больше, чем за последние 10 лет. У меня восстановились отношения и все остальное. То есть я понимаю, что меня затянули опять в эту игру. Ага, я внутренне был готов, мне нечего было терять. Да. А, да, ты рассказывал. Да. И появляется, как бы, вот и человек появляется, и возможности появляются. И при минимальных движениях с моей стороны вселенная разворачивается так, и получается, вроде как бы все нормализовывается. Но по сути, сидя, ты понимаешь, что тебя опять вовлекли в эту иллюзию. Что все слишком хорошо, и как бы, и вот получается. И это длилось около 3 лет, я не сказал бы, ну потом уже началось вот с родителями, там с 19-го года немножко шатать, стало вот уходить. И оно не было как проблемой, что вот что-то со мной серьезное случилось. Оно просто вот
постепенно сливается, сливается, сливается вот в ноль, и казалось бы, но ноль этот не происходит, то есть до конца не сливает, чтобы вот, называется, опять не передумал, опять не плюнул на этот мир, блин, и сказал, все, я готов теперь уйти. Но меня довели до ручки. Я, вот как говорил, через Иштадео запрос на мастера, попадаю к пранаве. И что вы думаете, я приезжаю после пранавы, и у меня резко продается один из моих старых проектов, который, ну, как минимум, не закрывает там какие-то мои проблемы вообще на кучу лет, но тем не менее на год-два просто закрывается вообще. В принципе, там, который меня бомбил, меня снова подкупают. То есть получается, что резко решается вопрос. До этого сколько там не было мантр прочитано, сколько там не было криков в небо, блин, да что вы от меня хотите, блин, объясните, покажите, я готов пойти куда угодно, просто вот рукой мне махните, иди туда там, и тишина полная, и ты нафиг никому не нужен, это состояние, блин, вот это вот нахождение в танке, оно, поверьте, убивает больше, чем вот движения какие-то жизненные, когда внутри нет импульса, ты не понимаешь, куда тебе двигаться, ты не понимаешь, за что браться. И вот это состояние, к твоему вопросу, я не скажу, что она прошла. Темную ночь души она пройдет, когда, наверное, однажды произойдет невикальпа, когда я все-таки до конца сдамся. Потому что те же небольшие вот эти савикальпа, это, да, это ощущения очень близкие, это фактически те же самые ощущения, но я все равно остаюсь в этой реальности, я привязан к этому телу. Это неполноценный опыт. Пусть, как и говорят, он штрих-пунктирный, то есть не бывает такого, что ты однажды вошел в самадхи и все, и этого достаточно. Нет, это десятки, это сотни самадхи, небольших, больших, маленьких, то есть тебя выбрасывает, опять откатывает, опять, ну, то есть это штрих-пунктирное развитие, да, так пранава как раз и говорит. Но насчет темной ночи души, у меня сейчас как раз вот после пранавы, помимо этого, вот, ну, опять же, возникла вот эта Индия, возникло состояние то, что я, в принципе, ну, я думаю, уже имеет смысл анонсировать, я с Таней это обсуждал. Я с Нового года, скорее всего, именно в том виде, как есть, с чата выйду. Потому что пространство меня толкает на то, чтобы развернуть собственное пространство. Ну, то есть реальность, точнее, меня толкает. И это те запросы, которые были там с вашей стороны по каким-то семинарам, там, и по женским, и по отношениям, по всему. Все, что вот у меня за эти годы накопилось, ну, меня просто реально заставляет это отдать. То есть отдать людям, только это все нужно упорядочить, структурировать. Ну, буду, наверное, в эту сторону двигаться. Вот, потому что по факту, что я сделал в сентябре после пранавы, я 20 лет был в IT. И в IT не работником, у меня с 2006 были свои компании. То есть почти 17 лет я там одна, вторая, третья компания. То есть я был в руководящих должностях в IT. То есть и меня полностью за 4 года... Вот полностью вырезали всю уверенность. Все, что я пробовал последние 4 года, аномально не работало. Вообще вот выключено. И в какой-то момент, естественно, я стал сомневаться, хотя я раньше даже не сомневался, я был уверен, что до глубокой старости я буду войти, потому что, ну, опыта хватает. Но уже найти какую-то работу себе там, а здесь вот реально. Я уже слился там по полной программе. Так как это свои бизнесы, там все деньги слил, уже в ноль ушел. Кучу проектов попробовал. Но в итоге... В сентябре я раздал свою команду, заморозил компанию, и вот сейчас с вами в Индии. Ну, то есть вот состояние, когда я понял, что нужно радикально менять. Это к твоему, Виолетта, вопросу, закончилась ли темная ночь души. Поэтому, просто возвращаясь к общему вопросу, есть ли разница между Мрамой и Пранавой, понимаете, седьмая ступень, она как раз подразумевает различные пранаямы. У меня нет седьмой ступени от Имрама, но есть источники, я понимаю, что такое седьмая ступень. То есть источники, которые описывают, что такое седьмая ступень и какие там упражнения. Там есть определенные эти пранаямы, но все сводится к одному, что самадхи – это, по сути, имитация смерти. То есть остановка дыхания, да, там все полностью. А пранаямы, они ведут как раз к тому, что ты увеличиваешь вот эту задержку в, как бы, ну, когда не дышишь очень длительное время, ты держишь эту, опять же, банки полностью эти, и язык,
там лабандху внизу, то есть вот это все, горло закрываешь, ну, все техники. Получается, ты подходишь, и когда у тебя начинается удушье, ты проживаешь вот эти состояния страха, пранаямы. Чем больше задержка, тем больше... Я в свое время пробовал, экспериментировал около года с ануломой и виломой, то есть пранаямы. Наверняка слышали. Если не слышали, то там соотношение 2-4-1. То есть получается, если 10 секунд вдох, 40 секунд задержка дыхания и 20 секунд выдох. То есть я доходил где-то вот 18, 72-36. И каждая вот эта ступенька, то есть она там в течение недели одну ступень дышит, например, там 12, 48, 24, потом 13, 52, 26, ну то есть увеличиваешь это состояние. И анулома и вилома – одна из таких вот техник из раджа-йоги, когда чем больше ты не дышишь, там, когда доходишь до, по-моему, 32, да, самая высокая же 32 секунды, по-моему, задержка, да, 32 умножить на 4 – 128 на 64, то есть это максимальная задержка анулома и вилома, и это гарантированная самадхи. За 5 минут один цикл выходит. Да, да. То есть 102 минуты, то есть 32 вдох, 120 секунд задержка дыхания, 2 минуты не дышишь, и потом еще минуту выдыхаешь. И вот в этом состоянии это 100% гарантированная самадхи. Можно вопрос? У меня был такой момент, я сейчас просто пытаюсь разобраться. Я когда медитировала, я долго медитировала, и у меня стала вот здесь такая тяжесть, и я поняла, что я не могу дышать, но я боюсь не дышать. Угу. Но у меня был вот этот момент, что я в какой-то момент я перестала дышать, я не знаю, сколько я не дышала, я не чувствовала уже тело, что-то, короче, произошло. Я так понимаю, если, например, задерживать еще больше дыхания, то есть вот если не бояться, да, как я боялась, что я задохнусь, то, ну, как бы это вот... Плюс-минус что-то вот да, около. Можно по пару банков, подай, пожалуйста. Потому что когда я из-за страха не стала так долго сидеть. Есть такой момент, это называется вот кумбхака. Это задержка дыхания, которая осознанная. А есть так называемая кевала кумбхака. Да. Это естественная остановка дыхания. То есть получается, когда ты не сможешь, по сути... Одну секундочку. Выключился ноутбук. Ты не сможешь, по сути, искусственно 32 секунды, вот эти 32, 128 и 64 натренировать. Это можно сделать только отпустив все страхи. Ну, да, то есть получается психология, здесь не физиология. Допустим, ну, держать дыхание, да, я могу там минуту не дышать, полторы минуты не дышать, если ну так вот, но это через усилие. Это ты раскачиваешь грудную клетку, ты удерживаешь дыхание, распределяешь там внизу, вверху. Ну, то я посмотрел, в принципе, до 20-80-40 это без проблем держать. А вот дальше только вот эта тонкая психология отсутствия страха. И кевала кумбхака происходило уже где-то, наверное, с 12:48-24. Это полчаса практики, минимум нужно, потому что там эффект, я тоже про него расскажу. Это в любой практике, в принципе, я эту закономерность давно заметил. Ну, сейчас чуть попозже. Так вот, когда уже где-то, наверное, с 12 вот этой ступени, ты сидишь, дышишь, вдыхаешь, держишь дыхание, там этот таймер считает. А потом в какой-то момент действительно все, что ты описываешь, ты раз и понимаешь, что тебе не хочется выдыхать. Да, как будто нарушается вот эта тишина. Я не знаю, как это объяснить. И в этот момент ты понимаешь, что сейчас все, что тебе стоит, это остаться вот в этом недыхании. Нет туда, все, хочу дышать. Нет, да, абсолютно. Нет. Вот такие вообще, маленькие... Ты просто сидишь и понимаешь, что ты можешь 3-4 цикла не дышать. Да. Тело полностью успокаивается, останавливается, и это кевала кумбхака, это вот как раз через нее самадхи валивается, потому что через определенный момент, блин, через определенное время как раз физиология так включится, потому что там мозг выключится. Ну, кстати, можно, да, я пока скажу, пока ты там работаешь? Ну, кстати, вот когда из-за страха я все равно вышла в любом случае, да, то есть я открыла глаза,
Я потом ходила, вот реально, как накуренная, я вам серьезно говорю, потому что я, во-первых, у меня горел затылок. Я лежала, я ничего не могла сделать. Я пошла в душ, я вот так просто залипала, как там пар какой-то. Я видела такие детали, я вообще никогда такого не видела. Никогда просто. И причем это состояние не уходило, пока я не могла уснуть, потому что я ночью практиковала. И только когда я вот тупо в телефон зависла, вот в эти рилсики, только тогда это прошло. А так я просто лежала, я слышала, вот знаете, я слышала звук тишины. Я не знаю, как это просто объяснить даже. Да, да. Это состояние можно словить еще после дыхательных практик. То есть просто не задержки, а дыхательные, которые, ну, инструктор по йоге подскажи. Вот так типа, да? Хастрика и капалабхати. Нет, это вот эти вот дыхательные. То есть активно вот эти вот. Если ими минут 20 заниматься и потом сесть, минуты 3-4 вообще в голове тишина, после них всегда. То есть оно прочищает, оно там кровь разжижает, и кислород вот этот вот в мозг поступает. И ты садишься после них, вот просто глаза закрываешь, и вообще внутреннего диалога нет. Вот это вот состояние вот тишины и пустоты, оно тоже очень сильно накрывает после дыхательных практик. Вы не против, я так вопросы позадаю? Да, да, задаю. Единственное, чтобы не забыть, я хотел про минимум полчаса практику сказать. Это очень актуальный вопрос, замечал. Ну, из своих практик, что любая практика, если меньше 15 минут, вы никогда эффекта не достигнете. Практика, то есть нужно 15-20 минут, чтобы просто затормозили физиологические процессы, и ваша практика начинается не раньше 20 минут. То есть любые, даже кореи занимаетесь, чем-либо другим, вот помедитировать, все остальное. Если 10-15 до 20 минут и вы вот заканчиваете, вы эффекта никогда не словите. Самое интересное начинается после 20-25 минут. Всегда. И точно так же происходит и с... Я знаю твои комментарии по этому поводу. Происходит как раз, когда я тренировал эту пранаяму. То есть вот ее дышишь полчаса. То есть, во-первых, 15 минут какие-то лезут и мысли между ними. А после 20 минуты очень часто как раз вот происходило это кивала кумбхака, то есть вот вбрасывало эти состояния пустотные и так далее, то есть это было часто. Все, давайте теперь. Нет, сейчас. Я что-то хотела сказать. Я до того, как практика зашиталась, то есть, допустим, сделать активные реализации, потом медитацию, это может быть? Ты можешь микрофончик говорить, потому что оно глушит точно. Вот этот момент про время, можно сочетать разные, допустим, энергизация плюс короткая медитация? Или это должно быть что-то одинаковое в течение 20 минут? Смотри, я здесь, в принципе, не вправе комментировать практики Имрама, потому что это его подача. Но я скажу просто по ощущениям, то есть энергизация, она нужна в первую очередь. То есть это мое понимание, но оно в целом должно совпадать и совпадать. Оно, по сути, это подготовка ваших нади-каналов. То есть поймите, что когда в самадхи, это, по сути, кундалини начинает подниматься по сушумне. И если у вас забиты каналы энергетические, то кундалини очень часто, очень много есть жертв поднятия искусственного кундалини, когда у людей там вылетают органы, выжигает... А у нас чате писали, кстати. Да, это очень проблемно. Там безумство может начаться, потому что кундалини пойдет не по сушумне, а по ида-каналу. У девочек, как я вот рассказывал, то есть перегружается ида-канал, это значит важно идет энергия не по сушумне. И это все, это вот дурка начинается. И получается, вот эта энергизация, она в первую очередь нужна, чтобы вы нормализовали вот эти проточность вот этих каналов. Поэтому, чтобы когда вы сидите потом в серьезной медитации, в продвинутых техниках, если вас однажды накроет, оно потечет туда, куда нужно. По сути, энергизация – это техника безопасности. То есть это не способ достижения, это способ подготовки. Вот о чем речь. А вот эти уже медитативные все практики, дыхательные практики, это вы уже работаете. То есть, скажем так, я бы действительно тоже рекомендовал, будучи вот давая, то есть вот как энергизация, особенно для, ну, девочек, зная, какие могут быть побочные эффекты, то реально делайте больше энергизацию, чем сами практики, потому что это в любом случае нормализует. А если делать просто вот наугад, или многим не нравится, они же хотят сразу
серьезные практики, а потом серьезные проблемы, голова там и так далее летит. Поэтому вот, вот суть именно энергизации. Я сразу так и понял, что когда объяснял, когда я услышал, то есть именно подготовка тонких тел и каналов. Саш, а вот насчет черной... Темная ночь души. Да, темная ночь души. Вот мне просто интересно, у кого-то же это просто либо раньше происходит, либо позже. Ну, может быть такой вариант? То есть, например, кто-то с детства может, конечно, типа лет 20, да? Ну, я про свой опыт сейчас говорю, лет 20, да, пребывать вот в состоянии... ну, таком, да, от которого там психика, например, может поехать, а потом уже потихоньку налаживается. Ну, может, то есть вот этот момент тоже быть, просто в первой, грубо говоря, половине жизни, ну, так. Это вот даже по этой астрологии, джиотиш астрологии, там же прямо разбирают, там два этапа жизни, до 30 лет и после 30 лет. То есть по-разному работают карты вообще. То есть очень часто, если до 30 лет, ну, понятно, там погрешность плюс-минус пару лет есть, там условно до 30, там от 28 до 32, очень сильно меняется, может вообще поменяться человек и по характеру, по всему остальному, другое видение, и там, допустим, у кого-то, может быть, там лет в 20 поперло, он там стал миллионером в 20 лет, а в 30 начинается там к 40 бомж, а у других наоборот, он до 30 бомжевал, а после 30 у него все полетело. Это очень часто, именно вот это переключение, как бы первая и вторая половина. Здесь не стоит путать с темной вот этой ночью души, потому что у нас, в принципе, вся карта, она предназначена для испытаний. Я об этом уже тоже говорил, что у нас две трети наших комбинаций, они у всех, без исключения, то есть нету здесь избрано. Две трети – это, скажем так, нехорошие комбинации планет. Но вы должны понимать, что это не планеты, которые над нами висят и там зловредничают и думают, о, сейчас я Виолетте здесь ввалю там, и, или Олечке там Сатурн там в субботу что-нибудь там отгребет она у меня. Поймите, смотрите на это глубже. Они всего лишь отражение. Вот если вдуматься во фразу «мир есть зеркало нашей души», по такому же принципу и астрология. То есть в нас встроен механизм изменения импульсов. Это для чего нужно? То есть есть определенные комбинации. То есть внутри заложены программы. Они рассчитаны на определенные периоды. И это необходимо для того, чтобы реакции менялись. То есть это, знаете, как часовой механизм, вот такие вот какие-то шестеренки. И они просто в какой-то момент разного размера, разного радиуса шестеренки, они раз переключаются, и уже другая комбинация получается. Раз переключились, следующая комбинация. Это для того, чтобы мы могли по-разному ориентироваться и подбирать, то есть реакции наши. То есть проблема, да-да, сейчас мы передаем микрофончик наш. Проблема как раз в том, что мы воспринимаем это как внешние какие-то воздействующие силы, но по факту это наш внутренний механизм, который просто в определенные периоды переключает, а астрология всего лишь дает расшифровку вот этих внутренних импульсов. Но так как раньше донести нельзя было, это все как во внешнем. Планеты комбинации – это, как можно сказать, как следствие, скорее всего, вот этого внутреннего механизма, а не как причина из-за того, что мы здесь страдаем. Да, вопрос такой, что если большая часть жизни, наоборот, казалась более лайтовой, то значит все сильно еще впереди? Или по большей части, да. Да. Но я не скажу, что у меня прям в шоколаде все, но как бы по восприятию, мне кажется, что все хорошо. Но были удары, были, но они были... Смотри, многим кажется, что мы такие обреченные, все нам страдают. Здесь же именно нас учат чему? Правильному восприятию. Да. Именно правильному. Да. Очень многие вещи, вот даже, знаете, вот я вообще из большой семьи, я из многодетной семьи. У меня два брата и пять сестер, 8 детей. И вот я смотрю на своих братьев, один старше на 6 лет, второй, на 5 лет, второй младше на 6 лет. Мы как-то втроем собрались, абсолютно живем в разных местах, как бы мы собрались и что-то за столом, а это, по-моему, как раз на 40 дней по отцу, то есть, по сути, родители уже проводили, и мы в родительском доме, пустом, ну, там их уже нет, все как бы по стране разъехались, никто в нем не живет, и просто сели, вот на завтра должны были все остальные там приехать, сестры и так далее, но мы вечерком решили втроем посидеть.
Ну и стали просто вот обсуждать, у кого что, там какие-то приключения вспоминать по молодости и так далее. И вот они рассказывают, а я такой сижу, и они поворачиваются ко мне и говорят, ну а у тебя что было? А я говорю, знаете, я вас послушал и понял, что, блин, у меня все так офигенно было. То есть их поколбасило по полной программе. Там как бы младший брат вообще там по глупости, блин, срок получил просто из-за драки. То есть там куча там, как это называется, на коже пятна, все забывают. Псориаз, да. Побило псориазом, потому что испугался, знаете, когда, в принципе, всегда грамотный парень был, он там экстерному второй класс пошел, он в институт легко поступил на бесплатно, у него голова всегда работала, ну, просто увлекся, как бы, вот, идеей там. Старший брат, он вообще высшее военное на отлично закончил, но не стал офицером, пошел в бизнес, но там в 90-х очень часто сталкивался с этими бандюками, ему пришлось там и драться, и выживать, и его ломали много раз. И вот они все рассказывают, эти разводы там. У старшего брата он женился и буквально через месяц засек в измене жену, а потом оказалось, он развелся уже с ней, а потом спустя год узнал, что у нее родился ребенок, и это, скорее всего, его сын. То есть, ну, то есть такие вот, младший брат как раз, жена была беременна, его в тюрьму забрали, то есть в итоге, пока он отсидел, блин, она отвернулась от него. То есть я смотрю на все это, знаете, вот, ну, расколбасило людей. Все в сравнении. А мы же братья. То есть плюс-минус где-то же программы родовые должны идти. И я аналогию нахожу этих проблем, но они у меня просто на порядок лайтове. То есть я за счет вот этих практик, которые там с 2006-2007 начал, я нивелировал себе просто такой пласт. То есть, скорее всего, меня туда бы и заколбасило, ну, как и их. Потому что, ну, там серьезные такие. И карта у меня далеко не лайтовая, далеко не лайтовая. То есть, если посмотреть, кто разбирался, многие говорят, нифига себе, то есть, тут отработал. То есть, оно есть. И поймите, что человек, который максимально близок к реализации, у него как раз-то наоборот не будет все хорошо. Как еще выпихнуть вот нас из этой иллюзии? Только через все плохо. Когда мы уже ручки опустим, скажем, да я вас баню с вашей людей. Потому что как только все хорошо, это проклятие. Но не всегда. Да, это в глобальной сути это проклятие. То есть, понимаете, мы бежим от неприятностей к приятностям. А по факту мы бежим от того, что нас развивает, к тому, что нас оттягивает. И вот парадокс нашего мира как раз и получается, что мы якобы бежим за счастьем, за стабильностью, за всем остальным, а стабильность – это смерть. Как только у нас все хорошо, все, ты останавливаешься. Никто из нас практически не практикует, когда все хорошо, потому что все хорошо. Мы практикуем, когда все плохо. Когда у нас что-то заболело, мы побежали практиковать. Когда, блин, у нас хреново в отношениях, блин, душа болит, нужно как-то заместить. И вот что получается, парадокс. А как еще разогнать нас? То есть, и получается, вот здесь просто пофилософствовать в эту сторону, и не все так плохо. И карта это не наказание. Так вот, правильно воспринять, здесь главный ключевой момент, что любые события, которые происходят по астральной карте, и я это заметил еще вот 15-16 год, когда вот у меня все забирают, я ничего не могу проконтролировать. Естественно, тогда осознанности было на порядок меньше, там было больше эмоций, было больше паники и все остальное. Почему у меня это все забирают? Ассоциация, ну, у меня 10 лет бизнес, у меня его забирают. А куда мне идти? Устраиваться на работу, даже, знаете, такой элемент гордыни, что как же я теперь, будучи 10 лет бизнесменом, пойду кому-то, ну, как бы, в наемный работник. На этом же играли, на всем играли. И тогда я понял, вот уже после того, как вот нормально все забрали, как бы я ни пытался это, и вот я лежал, и я понимаю, что все можно было прожить на порядок проще в тот период. Просто нужно было разрешить уйти тому, что забирали. А я сопротивлялся. И проблема наших периодов не в том, что у нас забирают, а в том, как мы на это реагируем. Залипание, да? Залипание, конечно. То есть поймите, что все наши сопротивления, мы, все, что мы чувствуем, вот это вот якобы проблема, там горе, несчастье, все остальное, это всего лишь наше внутреннее отношение, что у нас якобы что-то забрали, мы что-то потеряли. Как я уже говорил, на похоронах люди плачут не по умершему. Люди плачут потому, что этот умерший давал какую-то часть, какую-то роль играл в жизни.
И нам дискомфортно от того, что это, ну, у нас образовалась эта яма. Мы эгоисты, и поймите, когда начинаешь думать, смотреть на этот мир и признаешь, что мы все эгоисты без исключения. Даже самый духовный учитель, который еще вот не прошел там сахаджи, самадхи, там, ну, глубоких вот именно самадхи, но уже такой серьезный, он все равно здесь со стороны эго. Он какие-то вещи внутри преследует, и по-другому мы не можем в принципе. Вот сейчас второй вопрос там тоже задавали, точнее не второй, третий, сегодня в чате обсуждали, я хотел его тоже озвучить. Про близнецовые эти пламя, про отношения, когда это. И вот просто рассказать тоже с другой стороны, показать, как это может быть. И второй вопрос у меня был как раз вот про неприятности, которые происходят, когда начинаешь практиковать. Вот меня тоже на YouTube спросили, почему это так происходит. Когда начинаешь, ну я там вопрос, когда начинаешь практиковать крию, почему-то, да, вот я отвечаю, что неважно, что начинаешь практиковать, и я тоже это много раз озвучивал, любая практика, любое внимание вовнутрь, атма-вичара, самоисследование, да вам даже не нужно практиковать крию. Если вы закроете глаза и начнете ловить ощущения внутри тела, вы уже запустили процесс ускорения эволюции. Оно так работает. То есть, получается, это тоже замечалось неоднократно. Техники работы с зажимами. Что такое зажим? Ну вот, где-то есть проблемы в теле. Зажимаются мышцы, из-за этого цепочкой вылетают, ну сразу теряем равновесие, компенсация тела, искривление позвоночника, ну и там все органы, поджало какие-то органы, и сыпется все тело от одного зажима. Зажим – это какое-то наше непринятие чего-то. То есть психосоматическая реакция идет на парасимпатику, зажимается, мы зажались, мы не хотим принимать ту ситуацию, хронический зажим, ну и все. Физика вылетела, начались проблемы со здоровьем. Когда начинаешь изучать этот зажим вот с точки зрения вот практики, или ну, такой вот, есть такой подход, ну, я его тоже озвучивал на некоторых сатсангах, миофасциальный, это когда находишь вот этот зажим, и в нем какое-то время пребываешь в дискомфортном состоянии, и через 30-50 секунд тело наше реагирует так, что отпускает. Но там, если еще понаблюдать на этот зажим как будто с тонкого плана, то есть, как, знаете, вот когда мы представляем божественный сосуд пустой, да, вот внутри, то там можно наблюдать, это не связано с крией, это такая универсальная техника, когда внутри ты представляешь себя наполненным, скажем так, жидкостью, равномерной жидкостью, одноцветной жидкостью, и наблюдаешь и говоришь, где мой зажим. В каком-то месте может показать искажение, то есть цвет другой, либо ощущение вот типа зажима, либо какое-то, ну, волнение какое-то энергетическое. То есть так обнаруживают зажимы энергетические. Именно не физическая мышца зажата, а эфирный слой и астральный слой, они же первичны. То есть они сразу деформируются, а потом дают деформацию на физическую, ну, как бы мышцу. И вот когда наблюдаешь эту мышцу на тонком плане, она моментально начинает расслабляться, распаковываться. А оказывается, на тонком плане вот этот зажим – это сгусток энергии. А сгусток энергии, он запечатан в каком-то событии в нашей реакции. Так вот, элементарно. Допустим, вы походили целый день. Здесь вопрос даже не про крию, не про серьезную практику. Вы целый день походили на работе. Болит спина, вот просто целый день были на ногах, да? Ради бога, да. То есть зажим. Вот у тебя коленка болит, да? Ты садишься в медитацию, просто внимание в коленко и наблюдаешь коленки. А это же есть причина, откуда коленка это. То есть где-то сработала та же психосоматическая реакция и довела состояние, когда ты вот словил эту травму. В этот момент происходит только внимание. Это то же самое, как с этими квантовыми пространствами, когда мы наблюдаем какие-то объекты и так далее. Это все вот в одной куче, то есть сейчас это и нео, и древние техники, и новые техники, они все об одном же говорят. Так вот, ты наблюдаешь, начинает распаковываться моментально вот этот зажим, потому что на него попало внимание. Он разворачивается и в пространстве возвращает энергию и возвращает события, похожее, которое привело вас. То есть, когда вы случайно удержали внимание на каком-то своем зажиме, то вы гарантированно в ближайшие 3-4 суток воспроизвели ситуацию, которая должна произойти с вами. То есть, фактически,
И вы уже вышли, и завтра вы отгребете, потому что вам нужно повторить эту ситуацию, только потому что вы вниманием посмотрели в эту зону. Но зато мы это не растягиваем на несколько. Не растягиваем, правильно, это с этим работает. Так вот ситуация, я возвращаюсь к вопросу, почему происходят проблемы, когда мы начинаем практиковать. Потому что мы своим вниманием начинаем смотреть по этим зажимам. Элементарно даже внимание по сушумне. Мы ходим вверх-вниз, а там слоями. Там начинается просто та же муладхара. Если на ней сосредоточиться, в муладхаре сохранены памяти всех прошлых жизней, а точнее всех прошлых смертей. Вот эти вот последние несколько секунд умирания сохранены в муладхаре. И я вот в 15-м году, когда был на Кайлаше, там, когда перевал смерти, там на второй день, самый жесткий перевал, он... Там и так высота 5500 идешь, то есть я рассказывал, 65 километров. Этот вот второй день, он самый короткий по пути, но там 7 километров вверх, где-то градусов 30-50 по подъему по камням, то есть 7,5 километров, а потом еще резче спуск. И вот мы походили по горе, по ступенькам. А вот представьте, это еще вот выше, вот эти камни, и вниз спускаешься, а внизу пропасть, и ты должен по этим мокрым камням еще спускаться, какое напряжение в ногах, то есть, и там сразу после этого перевала начинается долина смерти, ее также называют. Ну, а почему? Потому что люди на таком стрессе этот перевал проходят, они что делают? Они садятся в долине смерти, а это фактически 100% смерть. Отдыхать, да. А это 100% смерть. Я точно так же, я же не знал этого. Я перешел, спустился, у меня все ахиллы, просто ощущение, что я просто их порвал. Ну, спускаюсь, потому что ноги выкручиваются, боясь потерять. А я еще там же с этими палками, которые, ну, ходят по горам. У меня было две палки классные там, а у одной девочки сломалась палка, она купила там в городке прямо, а я привез с собой. И я в итоге их отдал ей. Я шел с этой сломанной палкой, она еще не работала. В итоге я так вот, ну, как обезьянка по этим камням. И вот я спускаюсь, сажусь на в этом уже долине смерти на камушек, думаю, ну все, прошел самое тяжелое испытание. И тут мне подзатыльника дают, я подрываюсь, там стоит этот тибетец местный, такой, поднимайся, ты чего, вообще нельзя садиться, вообще он палкой на меня, я говорю, отвали от меня, дай отдохну, я тут такую гору прошел, он прямо палками меня не бьет, а так вот пинает, он, типа, вставай, все нельзя, типа, умрешь бы. И потом объясняли, что там принцип из-за нехватки кислорода, и вот эти вот, там же еще очень глючит сильно, там место силы само по себе, там такие галлюцинации начинаются. В итоге я встал, пока шел по этому перевалу смерти, я вспомнил, я не знаю, сотни просто своих, точнее не вспомнил, они стали всплывать. Я вот каждые последние 3-5 секунд вот перед смертью, когда выключало сознание, там падение какое-то, выстрел, там огонь, еще что-то, и я шел, и меня вот так вот вспышками, я вот эту всю долину смерти, я реально там сотни просто, мне не знаю, там 2-3 сотни вот этих вот фрагментов, они прямо в голове всплывали, вот как фотоспышка. И ты видишь это, идешь следующее. Ты. В какой-то момент я поначалу шарахался, но потом мне надоело это наблюдать. То есть, знаете, вот когда одно и то же. Ну, как бы ты боишься, но... Да, и я смотрю такой, блин, да отвалите уже от меня. Вот это состояние, когда вот... Это вот тогда я потерял страх смерти. То есть я понял, что, ну, как бы... А принцип тот же, сознание все равно живым остается. Потому что вот эти 3 секунды перед смертью, тело еще в памяти тоже оставалось, когда я наблюдал себя разорванного, обожженного там, и так далее, вот это вот, чух, вот эта вспышка. Да, что-то... Давай, начинает прерываться просто. Связь. Секундочку. Да, немножко прервалась связь. И да, все нормально. И вот тогда получилось вопрос-то какой, с чего мы начинали. То я так увлекся, то про тебя. А что мы болтали? Сейчас. Но про то, что темная ночь души заканчивается, потом... Нет. Что практикуешь кривить? А, да, это же неприятности. А, почему неприятности, да, возникают. Так вот, возвращаясь к этому, что любое внимание в тело уже запускает ускоренную эволюцию. Но... Чтобы максимально смягчить эти события, любая потеря должна приниматься как окей. То есть нужно запомнить один важный рецепт, который очень сильно упростит жизнь любого ищущего.
Ничто ваше от вас никогда не исчезнет. А все, что от вас исчезает, это не ваше. Все, что здесь есть, не наше. Абсолютно. То есть, казалось бы, даже самое близкое, самое родное, если вас забирают, это только потому, что есть глобальный план. И это, казалось бы, вот этот сейчас третий вопрос будет по поводу близнецовых этих... Да, да. Пламен, да, и вот этих, почему так магнитички притягивают людей, и все мы были в отношениях, и как это происходит тут поначалу, тоже интересная тема такая. И вот даже там, казалось бы, могут забирать, но если посмотреть, подняться над событийными вот этими планами, мы же воспринимаем буквально вот отрезок небольшой. Нам будет плохо, потому что исчезнет этот человек, и нам нужно замещать. Опять же, возвращаемся, эгоцентрическая позиция. Это же нам нужно будет за него работать, потому что теперь он не приносит деньги. То есть это же мне нужно работать. Ну, такие вот как мысли. Что-то нужно делать, замещать. Или она смотрела за ребенком, а, блин, теперь мне нужно смотреть. То есть везде включается вот этот вот эгоцентризм. И вот, возвращаясь, сегодня такие вот, я по диагонали немножко так пробежался по чату, стали обсуждать тему, почему так возникает, что встречаешь человека, и тут у тебя вот импульс притяжения. Вот казалось бы, все, ты без него жить не можешь, тебя притягивает. В подавляющем большинстве, ну сейчас особенно это очень видно, отношения кармические. То есть, что происходит? Как обычно, полгода, в лучшем случае полтора года букетно-шоколадный период, а потом, как есть такое слово, обрыдло. То есть, блин, уже начинаешь думать, а как меня вообще угораздило, блин? Вообще в этом ряду. Кто этот человек? Где эти качества, которые? И я всегда смеялся по этому поводу и говорю, а вот... Вот представьте, если бы вы встретили своего там бывшего, там, вот с кем не сложилось, либо текущего, с которым ну, все плохо и так далее. И вам бы в самом начале сказали, что вы там в прошлой жизни пересекались, и вы сейчас должны отработать, и вы задолжали друг другу. Без вот этого магнетизма, без вот этих эмоций, бабочек и всего остального, и вам сразу правду бы рассказали, что слушай, ну вы там косячнули, вам нужно вот, блин, отработать, вот, друг с другом несколько лет потерроризировать, помочь друг другу, кто бы из вас вышел замуж? Вы бы сказали, да ну вас нафиг, блин, я не хочу такого. А как притянуть? Как кармически притянуть задолженность вот этого? Это и есть так называемый кармический магнетизм. С детьми то же самое и с друзьями. Если бывает магнетизм уже с друзьями, а совсем. С детьми. А если нет, не друзей никого? Берите микрофончик, пожалуйста, плохо слышно в записи потом. Александр, да. Скажите, пожалуйста, значит, мы с нашими кармическими должниками на одних вибрациях приходим, да, поэтому нет, не притягиваемся? Обязательно. Не обязательно. Ну, поймите, вот, например, я даже по своей большой семье сужу, у меня никто не увлекается духовным развитием. У меня такой вот младший брат, я видел у него предрасположенность, он так иногда послушает меня, ну и как бы говорит, не, я хочу еще поиграться в этой жизни, а остальные вот, они не то что близки, они даже вообще не близко. Никто никогда, то есть в сторону духовности даже не смотрел. То есть... Я смотрю на все это, я ну, пытался в свое время, как знаете, когда бывает период, спасти весь мир, да, проповедник рассказать. Я, естественно, пытался, это было давно уже, и давно я это бросил. В общем, сопротивляться бесполезно. Конечно. Кармически дано, значит, оно будет. И да, вот, допустим, моя роль, как и роль любого человека, в принципе, вы же не, задача наша не исправить наших родственников. И мы это тоже обсуждали тысячу раз. Задача наша дойти до реализации, тем самым помочь нашим родственникам. Да, да, то есть, и это тоже многие говорят, и Имрам этот еще раз говорил. Реализуйтесь, и вы освободите всем поколение предков и потомков. Можно вопрос? Да. Вот насчет любви. По факту, вот когда говорят любовь, это же вот безусловная любовь должна быть к партнеру, правильно? Вот когда ты выбираешь. Но безусловная любовь, Саша, она же бывает в основном, когда вот ты доходишь, ну,
просветление, я скажу, как бы, ты понял, о чем я. Вот у меня такой вопрос, тогда получается, вот я по себе просто, знаешь как, у меня, например, никогда не было друзей, я никогда, ну как бы, в плане, я общаюсь со всеми хорошо и открыто, но у меня нет компании там какой-то, да, у меня никогда не было там каких-то определенных отношений, которые вот затягивают и так далее, и я в принципе с этим, ну как бы, не сталкиваюсь, вот, и такое ощущение, как будто есть такой момент, что вот готовят именно к тому, что вот была... Типа вот безусловная любовь ко всему. Но это же только благодаря как бы. Да, это через. То есть, безусловная любовь, когда ты растворишь свою личность. Только тогда ты испытаешь безусловную любовь. А хорошо, если ты растворишь свою личность, как ты можешь встретить свою, ну, типа половину, да? Свою? А там уже не будет про половину речи. Ну вот. А как. Да, ну... это тоже задавали вопрос. То есть там уже не будет половины, потому что смысла в ней нет. Ну, а как. Потому что там уже целостность. Половина же нам нужна, потому что мы не. Не до конца совершенны. Нам не хватает. Мужчинам не хватает женской энергии, женщинам не хватает мужской энергии. Понятно, тогда смысл а там выходить замуж. Зачем ему? Ну, получается. Бантик. Ну, побольше. Ну, то есть, получается, это и не на. Ну. Есть просто вещи, вот которые, знаете, я могу судить и по нашим отношениям. Это то, что вот пытаются люди называть близнецовыми, пламенными и так далее. Я заметил одну закономерность. И в принципе, и могу объяснить феномен тех же наших отношений. Есть, конечно, терки, есть, конечно, ну, мы люди, и в первую очередь эгоизм он присутствует. Но есть какая-то вот ось и грань, которая преломила все вот эти вот шаблонные восприятия, что отношения длятся там год-полтора, допустим, у нас 7 лет, и очень многие вещи, они как бы и не остывали. И причина только в одном. В том, что у нас есть общая идея духовная. То есть мы вдвоем идем через духовную опору. И это единственное, что может людей объединить и удержать в длительных, именно качественных отношениях, по отношению друг с другом. Потому что в духовности рождается уважение к партнеру. То есть ты в партнере видишь уже не партнера, а видишь... высшую реализацию. Опять же, речь девушка должна видеть в муже Творца, Бога, муж должен видеть Божественную Мать, проявление энергии. То есть, и когда вот это вот, ты каждый раз, даже если где-то эмоционально тебя качнет, устанешь, ну всякое бывает, раздражение, ну мы люди, мы несовершенны. Ты все равно через некоторое время садишься и понимаешь, что, блин, ну ты же играешь в собственную иллюзию. А этот партнер, он дает тебе вот максимум, и ты возвращаешься, и как бы с той же любовью, которая была там 7 лет назад, и опять же, ну, опять накатывает. И вот эти вещи, когда нет эгоизма, а есть именно движение по духовности, это вот, по сути, единственный рецепт, который, можно сказать, вот, близок к тому, что описывают якобы... По-другому я даже представить не могу. Близнецовые пламена, ну, если ты самодостаточен, тебе не нужен партнер. Когда две энергии объединены, тебе не нужен партнер. Я же об этом рассказывал, что у нас есть мужские, условно, и женские чакры. Когда у одних одно реализовано, у других другое, и мы за счет этого и держимся. Партнеры нам нужны, чтобы мы могли полноценно воспринимать картинку. Но когда ты поднимаешься вверх, это значит, что все чакры открылись, каналы заработали полностью, энергия сошла в сушумну, а сушумна – это андроген. То есть там нет пола, там не нужен... Как бы мужчина нужна женщина. Ну хорошо, ты же, получается, становишься инструментом в руках Бога, да? Ну а если он тебя будет использовать как инструмент, вот, например, дастся человек, который просветлен, допустим, ну просто, да, и благодаря ему я должна буду подняться. Может же быть такое? Ну мы так как пара, получается, будет. Миссия такая может быть. Может быть, как проведение какого-нибудь аватара, условно. Допустим, если ты максимально чиста в своих, в своей реализации, если ты готова отдать себя полностью, свою личность, как бы Богу, то есть все, забирай, входи в мое тело. То есть, ну, по сути, как я называю, вот мы говорим мастер пранау. По факту, товарищ Артур, не помню его фамилию, там такая странная фамилия, в свое время отдал свое тело энергии, которая сейчас называется пранава. Артура там нет. Ну да, они же говорят, внутри никого нет. Никого нет, да. И точно так же
Если однажды это произойдет со мной, там Саши Разумова не будет, чтобы кого-то отдавать. Я отдам свое тело проявлению свыше. Ну, и там... это вот будет полная реализация. Вот именно об этом речь. Но ты не будешь личностью. Нет, но личность... качества твои какие-то определенные, наработанные, ты же останешь... Ну, как бы, там же... там все, что тот же Пранав описывает, там есть какая-то память тела, он с трудом может вспомнить какие-то состояния, но там качеств нет. Он полностью весь опыт обнуляется. Это высшее сознание разговаривает через тело, которое ему подарили. Вот как это. Ну хорошо, он. Я помню, как ты рассказывал, как он живет. Да. Но есть же другие, которые чуть по-другому живут. Которые еще условно не дошли до сахаджи самадхи. Не до конечной, короче. Да. То есть они в самадхи входят, они максимально понимают, они, пока они еще, называется, умеют говорить и осознавать этот мир, они пытаются это знание передать. А пранаве это очень сложно. Он ничего, поэтому ничего не передает. Он просто закрывает рот, закрывает глаза, впадает в самадхи, и все в поле рядом берут. Это состояние. Поэтому ничего не рассказывает. Ему задают вопросы, он на них не отвечает. Хорошо. Ну вот про Имрама начали говорить. Это как одно и то же, грубо говоря? Вот то же самое? Имрам, по сути, идет по тем же ступеням, по тем же этапам, но на определенные ступени. То есть Имрам же более активно проявлен. Все, вот я про это говорю. То есть просто определенная ступень. Конечно. То есть он дает, он мастер, он серьезный мастер, то есть он действительно, у него очень много знаний. Но это из разряда, кто-то хочет рассказывать, кто-то не хочет рассказывать. Например, у меня не было бы такого желания, вы бы не знали про меня, я тихонечко сидел бы и в комнате где-нибудь меня накрыло бы, и я бы ушел, и только бы Олечка расстроилась, остальные бы никто не знали. А так я просто такая морда наглая, теперь если однажды уйду, то расстроится больше людей, чем Олечка. Ну вот смотри, да, ну и у Имрама же есть семья, ну вот тоже пример, да, и он же тоже просветлен, Ну так это не мешает, да. Во, я про это говорю. Но в той стадии после, ну вот насколько показывают Нирвикальпа Самадхи, он, его отношение к семье, это уже не отношение мужа, и не отношение отца. И у Пранавы тоже есть дочь, и у Пранавы тоже есть жена, и ему задавали вопрос, а как что? Он говорит, окей, но говорит, вы все для меня сейчас равны. Там нет разделения, потому что дочь и жена – это придуманная концепция, это иллюзия. Ну да, это я... А из того состояния все существа абсолютно равны. То есть для него что дочь, что Вася Пупкин, что алкаш, что какой-то, блин, проходящий мимо – одинаково. Естественно, это бомбить будет и жену, и дочь, потому что, а как так? Ты же, блин, извини, наш отец и наш муж. А он не обманывает. Это вот... Да, это очень дискомфортно для нашего ума. А как это? Ну, по факту оно так и есть. Мы должны любить всех, без исключения. Да, но мы придумали роли. Мы придумали, мы отделились. Что это моя семья, поэтому я люблю только мою семью. Это моя жена, я ее только люблю, а всех остальных я не люблю и так далее. То есть это же ограничение. Вот, и он об этом говорит, и мы тоже пытались эти неудобные вопросы задавать. Говорит, а дочь была после реализации, после этого? Говорит, да, ну мы пообщались, как бы это... И такие вот даже этот рассказывал Дубянский про того же йоги Рамаяха, когда у него пошли реализации полностью, и к нему приехала его сестра родная, и он сказал, мать там умерла в детстве, когда там, то есть он маленький был, ему 9 лет было, а отец забухал там и так далее. По сути, он там у тетки жил, там бомжевал очень долго, практиковал много. Но смысл в том, что когда уже стали ашрам вокруг него строить, и приехала сестра, он сказал, я не твой брат. Я уже не твой брат. Ну, уже... То есть это просто ступени, короче говоря. Да, да. Ты можешь... Вот пропадает вот это... Ну, как сказать? Ты... как бы вроде тебя нет... Скажем так, но ты еще не вот на самой верхушке, когда ты уже все. Да, там. То есть это понятно. И такие ощущения, потому что, а как передать? Вот смотрите, разрыв очень большой. Вы посмотрите на реализованных мастеров. Они все в один голос говорят, да это же просто. Да. Вы заметили, как они все говорят, да это вот просто, вы даже не понимаете, насколько это просто, вот просто выйти и так далее. А те, которые еще не дошли, думают, Что сделать, да? Вы вообще охренели, сидите там реализованные, а мы тут пыжимся, мы что-то практикуем, мы тут мучаемся, страдаем, что-то, и у нас ничего не получается, эти сидят, все просто. И вот, знаете, вот и состояние даже вот той же Савикальпа Самадхи, когда ты же ничего не делал, просто вот тебя накрыло, когда ты максимально в тотальном доверии вот словил это состояние, тебя выкинуло, ты в это сидишь. В этом состоянии потом возвращаешься и думаешь, оно же действительно несложно.
Вся сложность в том, что мы не хотим принимать, мы не доверяем. Там нет, это все у нас уже проявлено, там не нужно супертехник. Смысл тех же икри и всего остального через те же пранаямы, доверие, когда ты перестаешь дышать, ты доверяешь. Или не доверяешь, поэтому не можешь дойти до этого состояния, все же взаимосвязано. Все банально, просто элементарно. Вот разрешите задохнуться себе, блин, и вы придете к Богу. Оно действительно просто. Но наше эго боится исчезнуть, наша личность боится исчезнуть. Поэтому она нам в голову и дует. Блин, это страшно, это туда не лезь, это вообще испытание, которое, блин, пройти никто не может и так далее. И начинает придумывать кучу причин. А те, кто смогли перешагнуть, говорят, вообще, блин, чего я там страдал? Еще и ржут потом на даре. Ржут, да. Почитайте книги этих адвайтистов, которые вот современные повыходили. То есть они смотрят и реально не ржут над всеми. То есть они не понимают, почему напрягались. Так вот, есть, вот я смотрел на этот момент и понимаю, что есть прослойка такая, вот, точнее отсутствие информационного блока, когда вот эти перепрыгнули, и они уже ничего не хотят рассказывать. Смысла в этом нет, действительно, потому что когда возвращаешься после самадхи, рассказывать нечего. Там все офигенно, ну то есть там все есть, одновременно там ничего нет, там тебе ничто не беспокоит, не возникает желаний, не возникает действий. Там нет никаких концепций, нет никаких зависимостей, задолженностей, обязанностей. Там все настолько хорошо, что сюда возвращаться нафиг не хочется. А о чем рассказывать? Идите туда все. Как в принципе все адвайтисты говорят, идите, вот перешагните. Но одновременно я понимаю, что понадобились годы, вот эти годы работы со страхом, годы с какими-то работой с иллюзиями, понимание вот этого вот состояния вселенского ничтожества, когда ты должен прожить это, ты должен созреть. Именно созреть внутри, потому что нельзя, там не все могут просто взять и перешагнуть. И вот эти все, кто перешагнули, они точно так же на эти грабли наступали бесконечно долго, потом устали на них наступать и реализовались. И перестали дышать. Да, и потом такие сидят, а все просто. А давай вспомню, сколько у тебя граблей до этого было. Да. Сотни тысяч, там, миллионы этих граблей. Сколько ты жизни прожил, прежде чем подойти к этой точке? И вот здесь получается позиция, то, что мне импонирует в Имране. Он пока еще не потерял вот этот вообще вкус посередине, человеческой, да? Слабости. Да. Да, он пытается это отдать. Потому что любой малейший глубокий шаг, и он у него пропадет интерес. Ну, короче, тонкая грань есть, правильно? Конечно. Потому что у меня было такое представление, микрофон рядом все равно, у меня было такое представление, что если ты типа просветлел, я буду так, чтобы понятным языком, да, то все, типа ты сразу такой, меня нет. Ну, в плане, понятно, тебя нет, но типа не до конца. Вот получается, это тот риск, когда может вернуться личность. Да, вот посередине. Да, правильно там понимаю? Можно заиграться, да. Вот, да, какой-то момент увлечься, то есть перестать условно практиковать, словить какую, есть же, как вот пытаются соблазнить, вот и как я рассказывал, что сразу дают тебе все, и у тебя все становится резко хорошо. Точно так же появляется ловушка, которая считается самой сложной вообще. Это вот духовное эго. Когда под видом духовного развития человек вдруг, ну, ему начинает поклоняться, и ты хочешь, не хочешь, блин, ощущение, эффект вот этого Бога, но присутствует, потому что все. И вот удержаться в этом равнодушии к поклонению, что тебе ничто не нужно, к этой, ну, что ты знаменит и так далее, вокруг тебя масса. И поймите, даже масса человеческая, то есть это же срабатывает, это же внимание в тебя. Просто вот даже вот элементарные, знаете, практики, чтобы вы понимали, как это работает. Тоже 12-13 год на Ладоге практикуем вот внимание. У нас вот сколько, 20 человек было, 10 девочек, 10 мальчиков. Садимся друг напротив друга. И просто одна девочка и 10 мальчиков словно представляют, что они с ней занимаются сексом. Чего еще? Одна девочка? Занимается сексом. Да, упражнение. То есть мы не трогаем друг друга. Не поняла, одна девочка и... 10 мальчиков смотрят на нее и вожделеют ее. Ага. Ну, то есть... Да. И наоборот потом. 10 девочек смотрят на мальчика и представляют, что с ним это. Ага. Там крыша сносила буквально в течение 10-15 минут. Того одного.
Да, на кого внимание? Там реально были на грани просто срыва. И честно скажу, насколько мне всегда было легко, даже со студенческих лет, видимо, где-то какая-то наработка, контролировать. Знаете, ну студенческие годы, где-то алкоголь, там увлечься. Я еще в общежитии жил, когда там все весело, общежитие очень веселое было. И там это был технологический институт, там у нас на 3 девочки, 1 мальчик, и как бы с девочками вопросов вообще не было. У меня всегда вот это был контроль, я не мог там со всеми подряд, то есть у меня включался фильтр, то есть я не мог вот просто набухаться и пойти с кем-нибудь переспать. Парни как бы этим занимались вообще без проблем, из разряда все, что движется, называется, и можно это. И вот тогда на Ладоге сидя, я понял, почему происходит столько этих изнасилований, откуда рождаются маньяки. И почему вот эта одержимость вот у мужиков, когда он же ничего не контролирует. И когда 10 девочек смотрели на меня вот в течение 10-15 минут, я реально подрываюсь. У меня было только одно желание. Вот, ну, так как все-таки практика немножко уже была отслеживание любого моего состояния, поэтому я вторым наблюдателем наблюдал за собой вот этим неадекватом, который происходит. Я подрываюсь, и у меня одно желание просто вот схватить первую попавшуюся за волосы и потащить в лес. И мне было все равно. И я вот просто, вот даже не поверите, насколько было тяжело усилием. Вы слышали про эти око возрождения практики, тибетские практики утренние, достаточно распространенные. Я их очень часто делаю. Они, кстати, для быстрой энергизации, они, по сути, роль энергизации играют. Или, например, когда заболевание какое-то, они там 6 упражнений, делается 5 упражнений, они дают какой-то запал энергии на день. Я их достаточно давно практикую. А там есть 6 упражнение, которое нужно делать, когда очень сильное перевозбуждение. Это как раз сублимация сексуальной энергии, когда она уже зашкаливает, когда уже неадекватность наступает. Его можно делать только при сильном возбуждении. И я в этом состоянии, меня накрывает, и я просто вот последним каким-то усилием воли, мне это вообще не хотелось делать. Мне хотелось утащить девочку в лес. Вот просто, я настолько неадекватен был. За всю жизнь у меня никогда даже в пьяном состоянии не было даже близко такого состояния, как произошло тогда. И я просто усилием, вот это дыхание через 6 упражнение, и меня через 3-5 минут так мозги отпускает, и я себя удержал. И вот просто пример, а теперь представьте, сидит мастер Имран, например, и сидит 1000 человек. Из них 950 девочек, из них 900 вожделеют его. А что думаете, не вожделеют, потому что внутри образ. Это образ, к чему стремятся девушки, чтобы их партнер, муж, да, желаемый. И это даже тут не вопрос мастера Имрана, это очень распространено. Это известный эффект, когда девочки на семинарах, они реально просто доходят до оргазмических состояний, когда вот, ну, на такие вот глубокие темы разговаривают. Возбуждение, даже я забыл, как называется часть мозга, когда вот такие вот интеллектуальные беседы происходят, эта часть мозга, она напрямую связана как бы с нижними органами, и, ну, у девушек начинается просто элементарное возбуждение. И вот представьте, какое внимание на него, сколько энергии на него залипает, на этого мастера, когда там 1000 человек. И какое нужно внутреннее усилие, чтобы это удержать, а у тебя же есть все. Они же в подавляющем большинстве просто мизинцем пошевели, и половина из них просто ляжет у твоих ног. Ну, по большей части так и есть. Кстати, у учителей, в принципе, мне кажется, такое. Да. Да, то есть многие ведутся на этот соблазн. Конечно. Они начинают чувствовать себя королями, богами, и их это откатывает, потому что любая потеря энергии потом это... И они вдруг в какой-то момент теряют, если, например, сегодня, вчера накрывало там такой-то самадхи, такой-то, ты в этом осознании, ты в расширенном состоянии, потом одна красивая девочка появилась, вторая красивая, третья, тут раз... Блин, это вот Оша, да, это же его история. А что-то уже и самадхи давно не было, и вообще не понимаю, что происходит. Я ж вроде духовный мастер бы, а ни хрена... Пожалуйста. Может быть, немножко не в тему, но в тему нашей поездки. Вот мы здесь белые, здесь все на нас смотрят. Везде же это видно, что на нас внимание обращают. Да. Они же все что-то примерно думают. Вот как это на нас как-то влияет или не особо? Ну, мы как раз с Аней обсуждали. Там вообще насчет белых и как смотрят местные
индусы. На белых это лежит в генетике, потому что белые принесли веды севера. И у них это заложено, как белые — это боги, ну или полубоги, которые принесли эти древние знания. Это первая часть. И вторая часть, они столкнулись с тем, что здесь же сколько там лет была колония британская. И все, кто британцы сюда приезжали, это же в основном офицеры, это все такие вот именно серьезные. Поэтому у них, скажем так, генетически заложен, что белый — это минимум каста браминов. Не то, что даже не власть, они типа касты выше. Что сюда приезжают именно высококастовые люди. Поэтому у них такое состояние, для них это как благость, что якобы уровня брамина с тобой разрешают сфотографироваться, это для них удача. То есть у них генетически большая часть заложена, что белые — это те, кто... Ну, оно действительно, если смотреть историю, древняя цивилизация, когда она уже пришла с севера, и здесь эти веды развернули и так далее. То есть и это все вот у них все в ведах описано. Поэтому они на белых так и смотрят. То есть для нас это скорее хорошо, на нас? Ну, в целом, да. Но одновременно есть же еще человеческий фактор. Они же изляться и завидуют, да. Потому что ты выше их. Хотя ты об этом даже не в курсе, но для них ты выше их. Поэтому они иногда могут и агрессировать в эту сторону. Ну, это как из разряда «есть успешный человек», и кто-то на улице будет радоваться, что ты успешен, а кто-то, ну, подавляющем большинстве никто не радуется. Все злятся, что ты слишком успешен. Ну, то есть так природа устроена. Вот. Поэтому такая реакция. Устали? Нет. Нет, нет. Это сколько мы по времени уже? Час двадцать. А, ну можно еще. Вот, и получается такие вопросы, что если вернуться к теме мастеров, которые вот рассказывают, и те, которые уже не рассказывают, то если бы не было таких мастеров, как тот же Имран, то были бы очень большие пробелы, потому что он пока еще, у него есть хоть какое-то желание передавать эту информацию. Информация интересна, ее много, я эту информацию там 10 лет собирал по крохам, где-то через свое сознание, через какие-то где-то фразы услышал от одного мастера, от другого, а он-то сразу пачки дает, как бы. И поэтому он большую миссию несет. Но вопрос в том, что, ну, я думаю, должен справиться, как бы, потому что это тяжелая миссия. Это тяжело, потому что вешать такое количество внимания на себя и... Я даже был на семинаре, спросил, говорю, а зачем вам это нужно? Ну, казалось бы, ну, уже да, то есть, вот, и Оля рядом была. Она говорит, кстати, летом, по-моему, когда мы его спрашивали, зачем? Да, зачем, то есть он что ответил? Да. А так вот, типа, ну, так вскользь, да? Да, вскользь ответил. Типа, так вышло. Да, у меня тоже есть, потом... Мне интересно, есть ли какие-то техники по защите от внимания чужого? Потому что я чувствую, что... Ну, чувствую иногда, есть. Что мне нужна защита. И что это вот не мое, а мне как будто навязывают. Вот. Здесь смотри. Есть техники от защиты, а есть техники, которые избавляют тебя от какой-либо внешней угрозы в принципе. Так вот, техники от защиты, если ты живешь... в астральном восприятии мира, что есть внешнее, что может на тебя воздействовать, тебе нужны техники от защиты. То есть тебе нужно работать с коконом, там защитные программы ставить. Это все есть. Но это на уровне защиты именно, ну, астральных войн. Я это называю астральные войны. Ну, такая базовые механизмы магии. А есть глобальная техника принятия этого мира. Она проваливается. То есть любое воздействие на тебя, оно не может воздействовать. То есть воздействовать может только, если у тебя есть за что зацепить. Да, у нас у всех есть. Но я в какой-то момент даже по себе отметил. То есть у меня было, у меня было очень много знакомых, которые непосредственно занимались магией. И с такими людьми было очень сложно, если где-то не так повернешься, то как бы фаербол в спину получить, ну то есть это так, расплюнусь, ну вот. И поэтому очень тактично, а они очень многие эмоциональны, потому что еще уровень развития духовности недостаточно высок, но уже инструменты, которыми они обладают, достаточно опасны. И вот этот момент, когда я вспоминаю как раз вот
девушка, которая меня обучила работе с прошлыми жизнями, она такой очень серьезный маг, можно сказать. И у нее были большие надежды, что я поддержу ее школу развития, как один из ее помощников. А я, в принципе, сам по себе всегда был. Ну и где-то я понял, что она обиделась на мою реакцию, что я не пойду с ней. Ну как бы. И у меня в тот период был такой страх, я понимал, что она могла мне просто завернуть любую там приворот за ворот там, и я бы этого тогда, может быть, и не переварил. Но потом, чуть-чуть попозже, я понял, что самый идеальный механизм, когда ты понимаешь, что внешнего мира нет, что все вот эти товарищи, которые якобы пыжатся, там пытаются в твою сторону что-то сделать, это всего лишь игра твоего зеркала. То есть это ты смотришь в отражение зеркала и думаешь, что твое отражение тебе причинит какой-то вред. И ты сама себя убеждаешь в этом. Проблема не в том, что тебе вред наносят, а в том, что ты сама себя убеждаешь. И если ты убеждаешь себя, что тебе ничто не может причинить вреда, потому что все едино, и даже если вред твой этот произойдет, если ты его воспринимаешь не как вред, а как пендель тебе дальше пойти по духовности, то есть какая-то неприятность, которая должна прилететь для того, чтобы ты шагнула дальше. Мир вдруг по-другому начинает работать. И знаешь такой прикол? Цыгане это очень сильно чувствуют. Они, когда видят, за что можно зацепить, они считают человека очень легко, то есть они моментально, и они начинают на этом раскручивать. Так вот я замечал раньше, когда ко мне цыгане подходили, как бы, ну я вижу, я пытаюсь, я знаю, что они в принципе не такие, они же полумаги тоже, они как бы гипноз и так далее, но они и магией занимаются вовсю, то есть они крутят это. Как только вот мне даже по приколу стало, когда пришли эти осознания, они как раз пришли вот 15-16, когда вот эта вот целостность мира накрыла, я понял, что, блин, бороться не с кем, в принципе, ты все, ты есть едино. Я где-то через год-полтора иду по рынку, вижу цыган, и у меня внутри такой, думаю, а вот, а что вы сейчас считаете с меня? Я иду прямо в толпу их и улыбаюсь. Да, я прямо на глаза, то есть, а им же зацепиться, то есть. И мне вот по приколу захотелось проверить их реакцию, то есть, я настолько их не боялся, мне настолько было по барабану, что они мне это. И я через эту толпу прохожу, и они меня не увидели просто. Вот они были рядом, вот если вас составить, я просто растолкал их локтями, я прошел, как будто меня и нет. Они перестали меня видеть, и по такому же принципу работает все. Все, кто что-то против тебя задумали, они только могут задумать, если есть кармическая вот эта связь, взаимодействие. То есть он должен тебе что-то подкинуть. А может, не вред? Микрофон. А если наоборот, хотя... Причинить добро, да? Да. А ты не хочешь? Или что? Чтобы причиняли, не хочу. Да. Ну, а тебе же нужно... Значит, учит. Я не знаю. Ощущение, что навязывают, но я знаю, что ко мне очень хорошо относятся. Потому что ты отделяешься от этого мира. Пойми, что эти ситуации, они все обнуляются. Они обнуляются как то, чем шире ты воспринимаешь этот мир как целостный, они просто исчезают. Люди исчезают, ситуации, они из-за ненадобности, вот условно. Ну, просто гипотетически представляем, что ты работаешь на работе, на которой есть человек, который тебя каким-то образом достает. Неважно, хорошим или плохим. Навязчиво, там где-то вот ты идешь на работу, ну просто как пример абстрагирован. Идешь на работу и понимаешь, что там есть вот эта зануда, которая вот тебе испортит твой рабочий день, блин, вот каким-то образом. Вот он и есть. И ты параллельно развиваешься. У тебя нейтрализуется сценарий, по которому он должен тебя цеплять. Потому что он тебя цепляет только потому, что ты в пространство кричишь: «Зацепите меня! Причините мне добро! Причините мне зло!» Всем насрать, поверь. То есть, если бы ты не кричала в пространство, они бы прошли мимо, как эти цыгане. Именно секрет в том, что ты кричишь в пространство: «Причините мне добро!» И человек идет мимо. Он бы, блин, и шел бы мимо. Ты слишком громко кричишь, понимаешь? Он разворачивается, начинает причинять тебе добро. Но ты же попросила. Никак по-другому не работает. Только по запросу нашему внутреннему. И точно так же, как только ты в себе это прорабатываешь, этот человек резко теряет к тебе интерес. Потому что сценарий не отрабатывается, запроса нет в пространстве. Он может уволиться, он может умереть. Он может вообще развернуться и стать цеплять кого-нибудь другого, он про тебя забудет напрочь. Так это
Вот. Да. Ты причина, и только так. И ты должна в каждом своем действии видеть только себя причину. Как только ты начнешь себя видеть как причину, это не самобичевание. Это понимание работы этого пространства. И как только тебе причиняют, у тебя первое, что вот знаешь, вот первые шаги недвойственности, это как раз когда ты перестаешь видеть внешнюю причину в принципе. Любой человек, это не значит, что у тебя все идеально становится. Нет. Но когда к тебе подошли, наступили тебе на ногу, у тебя импульс рождается злости. Сразу, он может буквально секунды на человека, который наступил на ногу, но потом сразу у тебя в голове возникает состояние. Так, что я сделал, почему кто-то проходил мимо, и я запросил его наступить мне на ногу. Вот как ты начинаешь воспринимать мир. Ты перестаешь играть с внешними иллюзиями и закручивать эти кармические узлы еще сильнее. Уже все это автоматом, ты сразу останавливаешь кармическую машину. То есть у тебя еще хватает своих запасов кармических этих, но новое ты перестаешь создавать. Потому что ты перестаешь, вся же карма формируется на том, что ты объясняешь все причины внешними действиями. Что кто-то внешне тебе что-то сделал, и ты реагируешь. Как только ты это отрезаешь, все, у тебя реакция только вовнутрь. Вовнутрь ты начинаешь вот эту атмавичару, самоанализ, самоисследование. И ты начинаешь в себе ковыряться, и через некоторое время у тебя начинают приходить инсайты, почему это произошло. У тебя вот эта вивека, она расширяется, и ты уже фактически... Конечно, там есть куча неприятных вещей, например, знаете, интуиция работает на таком уровне, что ты там за несколько дней знаешь, что будет вот так. И тебе далеко не всегда это нравится, потому что ну, ты же надеялся на одно, а, блин, ты всеми вот фибрами души знаешь, что будет по-другому. И вот это, когда я первый раз это ловил, блин, думаю, блин, вдруг, может, мне показалось. То есть, вот, когда есть желание не хотеть знать. То есть, вот это вот вивека, это одновременно, знаете, это как и ситха, это и проклятие, потому что ты видишь больше, и у тебя уже нет возможности быть вот этой, как-то... божественном вот этом незнании, то есть вот предвкушение вот этого, что с тобой произойдет. Ты просто тупо знаешь, сидишь, думаешь, блин, вот реально. Помогите. Нафига я это знаю? То есть вот это состояние. И ты ловишь очень часто. То есть, но вот это раскрывается, тебе становится проще жить. Ты перестаешь запариваться. Окей, произойдет то, что мне не нравится, ну значит, оно так должно быть. Ты отпускаешь, перестаешь эмоционировать. Свято место пусто не бывает. Сегодня не получилось, сегодня тебе не дали то, что ты хотел, завтра ты получишь, и, как правило, в 3 раза больше, в 3 раза лучше. Нужно просто научиться отпускать. И вот тогда вот тоже формируется, но там уже, я говорю, там другая игра. Не переборщить с этими подарками, которые на тебя сыпят. То есть, если тебя уже добили до состояния вселенского ничтожества, и ты готов сдаться, я говорю, единственный способ удержать человека, это его завалить просто возможностями. Чтобы тебя откатить, а потом опять вселенское ничтожество, опять подарки, потом опять ты падаешь, опять ты вселенское ничтожество. Ну, вот, так вот в круге тебя держать. И вот многие духовные мастера как раз на это и ведутся, что они раз, а способности могут выключаться. И это видел и по себе неоднократно, то есть в разные это. То, что ты вот вроде уже без проблем, уже как часть себя воспринимаешь, что ты это можешь, в какой-то момент перестает работать. То есть сверху действительно какой-то есть рычаг управления. И почему эти говорят мастера, типа, не обращайте внимания на ситхи, потому что ты можешь заиграться, а выключить их могут очень быстро. Только ты в какой-то момент, ну, уже подлетел, тут называется, а парашюта не взял с собой, ты же думал, что ты бог, ну и вниз уже как человек падаешь. Ну, такие вещи. Давайте я немножко почитаю, тут много комментариев, может быть, там какие-то вопросики. И будем подзаканчивать. Так. Ну, здесь рассказывают, что ощущения ловят. Да, в принципе, да, все резонирует, потому что, в принципе, поймите, что всегда собираются те люди, которые резонируют. То есть сейчас здесь сидят и онлайн сидят те люди, которые резонируют. Мы зеркалим друг друга. Поэтому вы меня больше слышите, чем если бы, вот, я не знаю, собрать стадион случайных людей, и многие бы сказали, что-то за хер с горы здесь пришел и что-то вещает.
Поэтому и более глубокие мы состояния эти ловим и понимаем. Всем спасибо за добрые отзывы. Трансляция, да, будет сохранена, все трансляции сохраняем. Спрашивают, можно ли какую-то мантру, молитву произносить перед приемом пищи. Не всегда она веганская, чтобы как-то ее нейтрализовать, воздействие на организм. Я, кстати, где-то слышал, я сейчас не вспомню, но была действительно такая мантра. Загуглить надо. Да, есть действительно такая мантра, которая нейтрализует... Ну, либо вот подсказывают Гаятри мантра, ну, была какая-то мантра, где-то вот я в книге. Ну, если вспомню, напишу в чате. Действительно, читаешь эту мантру, там, раз 9 минимум перед едой, и она, в принципе, нейтрализует. Ну, поймите, то есть в еде проблема не в самой еде, а в той памяти, которую еда содержит, то есть... которая передается на клеточном уровне и на нас влияет. Мантра подразумевает обнуление этой энергии, ну и какое-то изменение частоты. Так. Сейчас еще. Спрашивают, практикуя крем, мы работаем всеми телами, приходим к самореализации, скажем так, проработав карму. Пранава каким образом приводит к этому так быстро? Он не приводит. Поймите, что он вообще ничего не дает. Он просто находится в состоянии, вокруг него есть определенное поле. Очень высокочастотное энергетическое поле. И люди, которые уже пришли со своим, так называемым, состоянием готовности, они в этом поле как бы достраиваются. То есть вызывает очень сильный резонанс. Вот это вот его поле вызывает резонанс, и человек просто валивается. У него уже просто такое состояние сдачи, что ему чуть-чуть, вот буквально, по сути, поле пранавы создает этот рефлекс. Это не стоит сравнивать, что пранава дает более быструю технику. Он вообще ничего не дает. То есть запомните эту закономерность. Он прожил свою трагедию, там сотни жизней своих, он дошел через вот эту темную ночь души, он отдал свою личность, то есть он потерял свою личность, отдал свое тело. Через пранаву проходит условно определенная божественная энергия, он как место силы, только проявленная. Его можно сравнить условно с каким-нибудь священным камнем, рядом с которым происходят чудеса. Это не пранава делает чудеса, это чудеса происходят с человеком в зависимости от его кармы, от его... дхармы, его действия, его прошлых заслуг и так далее. Действительно, очень много исцеляющих моментов, но исцеляющие, опять же, происходят и у Мрама, и у других мастеров по частоте. Поэтому нет, это не ускоренное. То есть рядом с Мрамом, с мастером пранавой далеко не все срезонируют. Многих просто выбрасывает оттуда, от этой энергетики. Они испытывают панику, страх и все остальное. То есть это не значит, что это гарантия. У пранавы есть какой-то ключик. И он так, приходите, и я вам как бы это... Нет, поверьте, пока вы, извините за выражение в прямом эфире, пока вы своего говнеца не поедите, никто вам не поможет. Ни Имрам, ни пранава. Мы все равно через это пройдем. Так, что дальше? Сейчас, секундочку. Ну, здесь спрашивают еще вопрос про садасати, было ли оно по карте рождения или по ощущениям. Насколько поняла, у вас перестала действовать натальная карта. Или карта перестала действовать после начала садасати. Я не знал, что у меня садасати, оно началось в ноябре 2014 года, как раз у меня в 2015 году, вот я потерял все,
Про садхасати я узнал в 19-м, когда занялся, то есть 5 лет у меня садхасати длился 5 лет, прежде чем узнал, что у меня садхасати. И в 18-м году я потерял родителей, вот ровненько там по садхасати, по второму, и я и должен был их потерять по карте. Насчет неработы натальной карты, я это тоже объяснял в некоторых сатсангах. Смысл в чем? Что натальная карта — это набор программ, которые мы должны отработать в этой жизни. Но это подразумевается, что если мы особо духовно не развиваемся, и это сценарий на эту жизнь. Любое духовное развитие подразумевает ускорение эволюции, а значит, задачи решаются быстрее, натальная карта уплотняется, и в какой-то момент, это в других традициях объясняли такое понятие, как родовая капсула. То есть, условно, родовая капсула — это несколько задач персональных и несколько задач родовых, которые мы получаем, войдя в какой-то род. Так вот, родовую капсулу можно отработать, и уже в 13-14 году там была знакомая, достаточно сильный таролог, плюс она видящая была, но она мне раскладывала еще тогда, я только в себе разбирался, и она говорит, я такой вижу типа первый раз, такое ощущение, как будто ты отключился от рода, то есть отключение, и оно действительно потом подтвердилось там в определенных состояниях. Смысл в чем? Я отключился не потому, что я отвернулся от семьи, а потому что пошла ускоренная программа, отработались определенные этапы, и мне подгрузили другую родовую капсулу. То есть получается, я уже взял капсулу из следующей жизни. Вот как оно идет. То есть наше ускорение идет, нам подгружают следующие задачи. Они у нас латентно присутствуют. То есть условно, если смотреть по... Даже вот в прошлом сатсанге я рассказывал про вот эти наши... субличности, которые с прошлой жизни, и их, как правило, 2-3 активные, то есть это по умолчанию, они на нас влияют. Но остальные субличности, они в виде какого-то потенциала такого пассивного лежат. И если, опять же, вдохнуть очень много энергии в аджну, их можно активировать. А они, по идее, не должны были присутствовать в этой жизни. Так вот, когда я стал этим заниматься, я их там нечаянно растревожил, и их там 15-17 активных присутствовало. А они же, по сути, и есть задачи с прошлых жизней, которые я должен доработать и отработать. То есть это не просто сущность какая-то, это задача, в первую очередь, программа. И они в очереди, им каждому нужно отработать запечатанный какой-то потенциал, который не был до конца прожит в прошлой жизни. И в итоге так и получается, что я, расшевелив их, стал ускорять вот эти вот родовые капсулы, потому что они стали сыпаться, ну, как бы просыпаться те субличности, которые, ну, должны и не должны были просыпаться в этой жизни. И в какой-то момент, естественно, если у меня уже пошли другие программы, какая будет карта совпадать, какие периоды будут работать, если у меня уже вообще другие латентные программы включились. И все рухнуло. Ну, то есть это, в принципе, как пример того, почему натальная карта перестает работать, потому что ускорение. Там уже... Там вообще не понять, если я там был по такому-то знаку зодиака, такой-то характер, то он уже вообще никак не вписывается. Там от той личности, ну, блин, 3% осталось, и то как просто меняется, все меняется, вот идет. И поэтому она перестает работать. Так, еще вопрос. Про растворение женщин в муже, примерно как у исламских женщин, по вашим ощущениям, среди их женщин больше реализованных через растворение? Ну вот, тема тоже растворения. Я как-то зацепил эту тему, тоже не помню, на каком сатсанге. То есть мы в Индии, давайте про Индию поговорим. Здесь же известно, что если умирает брамин, его жена должна пойти с ним на костер. И это до сих пор. Да, да, да. Да. И если именно в браминских семьях. Ну, а естественно, в современности она может отказаться. Но она отказывается, и она полностью теряет все регалии, и ее выбрасывают на улицу. Сейчас жена брамина, которая не пошла с ним на костер, то есть они даже, у них целые собственные здесь монастыри, потому что они, их никто не имеет права брать на работу, они как прокаженные. То есть, если ты не пошла за мужем,
ты все, как бы ты слилась, и у них даже можно погуглить, есть видео, они живут там на отдельных улицах, вот эти, ну, они становятся монашками, им запрещено там выходить замуж, устраиваться на работу, они просто вот какой-то подножный корм, что-то подают, там кто-то что-то, там даже им не разрешено давать еду и так далее, то есть, ну, они прокаженные. И вроде как бы не социальное, социальное неравенство. А давайте посмотрим глубже на это социальное неравенство. Суть в чем? Чаще же всего брамины брали девочек молоденьких. Ну, то есть здесь же в 12 лет могут замуж отдать, там, в 11, а брамины уже там 30-35. Ну, естественно, она в расцвете сил 30-35, ему 70, он накрылся. А ей еще жить и жить. Ну, как бы, блин, ну в костер, ну тоже. Но посмотрите глубже, а что такое костер? Это же огонь, это энергия, то есть это божественная энергия, то есть и это основа, суть всего. Карма горит во внутреннем огне. И здесь подразумевается, конечно, это уже человеческий ум придумал, додумал кучу вот этих вот страшных обстоятельств, но суть заключалась в том, что не за мужем ты идешь в костер, а с абсолютной верой в Творца ты идешь в этот костер. И если женщина действительно шла жива, ее же насильно никто, ну, как бы не завязывал, вот ее решение, и она шагнула в костер, это точно так же, как шагнуть в самадхи. И получается, она тем самым перед Творцом говорит, забирай меня. Брамин, который там старый, пердун, извините, блин, умер рядом, понимаешь, и далеко не реализовался, вообще, блин, никакой роли здесь не играет. Здесь вера женщины в Творца. И она через брамина видит Творца, через мужа своего. Понятно, что это в идеальной вселенной, но многие аж так здесь и шагали. И вот он, брамин, может далеко быть до реализации. А женщина, которая шагнула за ним, она реализовывается моментально. Она развоплощается через такую процедуру. Это как один из способов развоплощения, потому что она в абсолютной вере шагнула в костер. Вот высшая идея этой миссии. Нет, это вера, да, потому что в традиции у них заложено это не самоубийство, это именно все ты отдаешься Творцу, полностью ты свое тело отдаешь Творцу. В истинной вере ты полностью ты автоматом получаешь реализацию. Естественно, в современном обществе, ну, многие же сомневаются, потому что нет истинной веры. И они, я лучше побомжую, как бы, оставшуюся жизнь, чем я, что дура, блин, в костер, блин, ну ты шагать, то есть мне же больно будет, ну, другими рангами мыслят. И получается, если взять по арабским женщинам, по любым, в принципе, это не то растворение, которое у арабов, что там может быть несколько жен, что они, там, если жена изменила ее, могут избить камнями, там, ну, то есть там такое подавление. У арабов как раз то, что я рассказывал, вот это подавление женской силы, что, чтобы они забыли суть свою, а неважно, находишься ты в гареме, 10 жен там, ты конкурируешь с каждой из них или не конкурируешь. Или там у индусов и так далее. Суть вообще не меняется. Или просто называется у русских там, живете вы в хрущевке, и как бы все у вас по классике. Вот. И вся суть, ничего не меняется. Вся суть в том, что если вы максимально видите Творца в своем муже, неважно, кто он. То есть это вторично для вас должно быть. Даже если он самый последний алкаш на районе, это ваша кармическая игра, что вы видите в муже, это его, это вот я даже приводил пример. Если вы вспомните своих партнеров, своих мужей, представите на секунду, вот тот, кто вот больше к чему вы доверяете, там, Махаватар Бабаджи, или Саи Баба, или еще кто-то там. И вот представьте, он просто одел, условно, образ вашего мужа, партнера, и он проверяет вас на прочность и на вшивость. То есть он играет, он внутри, то есть этот муж, он как вот просто нейтральный потенциал, он бы не играл. Но вот это высшая энергия, и мне очень понравилось, как сегодня брамин этот сказал в храме, когда мы утром были. Он говорит... Женщина получает энергию от Бога, а мужчина получает энергию от женщины. Но если женщина будет с эго, она ничего не получит.
То есть, когда женщина считает, что она важна, и без нее этот мир не существует, это эго. И она остается без энергии. И все. То есть, вокруг нее только разрушения одни будут. Но когда она истинно вот в своем порыве к Богу, она получает максимум. И вот эти все условия и арабов, и индусов, и кого-либо в принципе, это не подавление, это условия, в которых женщина может максимально быстро реализоваться. Можно я скажу, вот как вот сейчас сидела, и на самом деле же в основном восточных женщин вот очень так жестко держат. Просто я сама не русская девочка, и я понимаю, я росла и видела это все. И так как я была в этом во всем, я могу сказать, что на самом деле восточные женщины это если не пресекать, да, то есть вот именно вот, ну, жестко, я согласна, но все равно это просто вот, ну, грубо говоря, да, исчадие ада, ну, серьезно, правда, это правда так и есть, я реально просто видела это. Да, да. То есть вот эта энергия, она хаотична, она трудноуправляемая, то есть это только вот... Вы просто не понимаете, что если вам дать полную свободу, этот мир исчезнет в течение нескольких секунд. Просто вот он исчезнет моментально. Его ничто не удержит. То есть, и только вот это вот закольцовывание вас, то есть оно по сути стабилизирует этот мир. И позволяет вам дойти через некоторое время, через мудрость, через понимание, чтобы вы просто доверились в итоге Творцу. То есть если сейчас вас отпустить, это все. Я не успею этот сатсанг закончить. То есть просто вот так. И все. Просто от одних ваших мыслей. Там, ну, его моментально рванет. Давайте посмотрим, что еще так. Спрашивают, когда начинается ночь души, то можно создать мотивацию самому себе. Если в ментальной карте нет благословения на освобождение, но есть высшая планета, то сложно будет реализоваться в этом воплощении. Но здесь два вопроса. Первое, можно ли создать себе мотивацию в темную ночь души? Можно, но толку от нее никакого. То есть мотивация рождается. То есть можно себе придумать планы, можно действовать. Но результат будет постоянно разочаровывать. Потому что темная ночь души подразумевает доведение тебя до апогея разочарования. То есть вот этого разочарования во всем. Иначе смысл, иначе это очень больно растягивать годами. Это просто состояние в себе нести. Поэтому мотивация как бы... Там вопрос не мотивация, там больше нужно смотреть в сторону, когда вот это тотальное принятие имеет смысл даже побыть в поле тех же вот реализованных мастеров. Неважно, я ни в коем случае никого не рекламирую, я просто рассказываю свой опыт, с кем я соприкасаюсь. Мне вообще все равно, как бы, ну, будете ли кто-то из вас там или там, можно в Индии найти этих реализованных йогов. У меня не только там Имран, Пранава, были другие мастера. И в том же Тибете, когда на Кору как раз реализованный 2,5 года в пещере был, и вот мы ровненько в день попали, когда его открыли пещеру. Представляете, какая концентрация энергии? 2,5 года в затворничестве. Полная реализация произошла. Там просто вот открываешь, и уже энергия это сносит. То есть у меня таких было очень много соприкосновений в этом мире, поэтому у меня нет принципиально каких-то рекомендаций. Вы каждый найдете своего мастера. Рано или поздно. Но вопрос в том, что нет смысла создавать вот эти мотивации, потому что это все равно иллюзия. Мы все равно сами себе придумали, сами себе страдаем. А второй вопрос. Если в натальной карте нет, есть действительно по Навамше, по этому, по Иштадевати можно понять, есть ли благословение на мокшу. То есть можно посмотреть. Какой? Да, там в зависимости какой Иштадевата, типа, можно узнать, если... Что? Кто? Я не буду это в эфире озвучивать, это можно почитать, я потом могу скинуть. Смысл в чем? Ну, подавляющее большинство есть, если смотреть вот Иштадевату, там высшая планета, то есть... У вас у всех в подавляющем большинстве, кто вот так серьезно в духовность махнул, как минимум есть, ну, сколько я видел и смотрел карт, опять же, не просите меня посмотреть, я не астролог. Ну вот с теми, с кем я сталкивался, кто были в духовности,
практически у всех, подавляющее большинство, это после этой жизни высший астрал. То есть высшая планета подразумевается, что вы попадаете не в ад, где мучения, а вы попадаете условно в райские миры, которых вы можете даже не обязательно возвращаться именно в этот мир, но вы будете все равно какую-то карму отрабатывать в высших мирах. Это еще не полная реализация, но это уже, называется, можно слегка выдохнуть. Вот как мы были в одном городишке, где все плохо, да, это низшие миры, например, как мы были первые дни там в офигенном отеле. Ну вот, короче, вы будете в нормальном отеле после этой жизни. Так что можно булки слегка расслабить, но не забывать, что могут же и понизить в ранге, поэтому... Вот. И к вопросу, можно ли получить мокшу, если ее нет в карте, я возвращаюсь к вопросу о том, что мы живем в очень ускоренном этапе жизни, и эту карту можно очень быстро проработать. Эта карта не на всю жизнь. Как я вот приводил пример, что родовые капсулы и вот эти вот наши программы начинают подгружаться. Условно, если у вас было предназначение на мокшу, например, через 2-3 жизни, вы к этому подходили планомерно, но сейчас активно занялись, вполне возможно, что подтащите натальную карту на мокшу и сейчас. Поэтому сейчас период вот именно освобождения, все говорят, максимально близок, сейчас просто пачками люди начинают выходить. То, что раньше это там событие раз в 100 лет кого-то там пробило, то сейчас просто вот куда ни посмотришь, вот эти реализации происходят на каждом углу. Поэтому можно, да, мой ответ — можно. Так. Ну, в целом, вроде ответил на все вопросы, как раз уже почти 2 часа. Ну, вроде весело, интересно получилось. Да, как всегда, очень да. Интересно и быстро. И вам спасибо, и всем, кто меня здесь благодарит от сердца. Ну, я думаю, следующий сатсанг мы проведем, когда будем в Путапарте. Это как раз будет такое завершение логическое, и мы уже к концу путешествия подойдем. Ну и такая рекомендация, просто вот то, что озвучивали, это уже относительно наших путешествий. Мы сейчас проходим период очень сильного раздражения, и я объясню, как это работает. Это работает во всех группах, во всех командах. Это происходило всегда и всюду, вы ничем не отличаетесь, это вот классика этапов. В любом сообществе, где больше, условно, 2 человек, там 3 и больше, незнакомых людей, которые не видели друг друга. И есть так называемый период вот этого вдохновения, когда вроде что-то новое, мы видим какой-то новый опыт, и даже интересный какой-то, прямо такая синергия наступает. Через 3-4 дня хочется вот этих всех синергичных людей взять тапком и отмахать, да. Что происходит? Поймите, мы наше пространство воспринимаем через астральное тело. Мы уже попадаем в зону дискомфорта. Плюс мы все личности. То есть личности со своими желаниями, со своими привычками и вкусами. И здесь наступает конфликт, несоответствие. Если в семье еще кое-как притираются, плюс это родовая все-таки программа, там какие-то вкусы плюс-минус обобщенные, то есть как-то можно выжить, то здесь они все радикально разные. Если смотреть на тонком плане, это вот вы просто сейчас, вот вы толкаете друг друга и пытаетесь свое место найти, потому что мы в сжатом пространстве, автобус и так далее, а тонкие тела, они друг в друга входят. И вроде тебя никто не трогает, но по факту мы сейчас, называется, вот так вот перемешались люди, кони, и котлеты как бы в перемешку. И этот период, он всегда вызывает очень сильное раздражение, потому что мы вышли из зоны комфорта, и плюс нам еще не дают в нее вернуться. Мы куда ни повернемся, где-то чей-то локоть или колено. То есть вот этот принцип, что мы повернулись, уперлись в другое колено, то есть так и так. Вот это непринятие, то, что происходит здесь, вот люди подзаболевают, я об этом предупреждал сразу. Здесь ничего удивительного, чем больше протеста, чем больше сопротивления, тем тяжелее будет. То есть здесь болезни могут быть очень серьезные. Я выпускал видео, кто не посмотрел, сам дурак. Кстати, Алена на неделю в самолете сказала, я не посмотрела это видео. Это считывалось моментально, но нужно прожить. Следующая ее поездка будет гораздо более осознанной и мудрой. Это все нормально. Так вот,
период вот этого вот локтей и колен, он не бесконечен, идет 3-4 дня. То есть по факту мы когда в пятницу прилетели, сегодня среда, ну а четверг-пятница, ну максимум до воскресенья, следующая неделя будет относительно гармоничной. То есть 3-4 дня перетерпите просто из-за уважения друг к другу. Мы действительно в таком пространстве, плюс нас подкачивают постоянно все эти храмы, все это усиливается. И чтобы вы получили максимум от поездки, вы должны вот где-то вспомнить о том, что это пройдет, ну, в ближайшие дни. И, как правило, потом последние недели уже начинаются такие очень глубокие где-то погружения, состояния и так далее. Вы начнете вот это чувствовать, ради чего вы приехали. Если вы останетесь в этом раздражении и непринятии, ну, естественно, вы ничего не почувствуете, кроме раздражения и непринятия. Ну и, скорее всего, вы просто пролежите вторую неделю больными, как это и происходит. Это тоже провокация. Поэтому, ну, я вижу, что большинство видит это, понимает и свою осознанность могут удержать, но просто вот я говорю, и я уже шутил, вы меня точно так же бесите и раздражаете. Просто я это столько раз видел, что я уже никак это не проявляю. Я понимаю, что просто нужно эти 3 дня подождать, и потом все будет хорошо. Не потому что вы плохие, нет, это просто так работает вот механизм столкновения личности в сжатом пространстве. Вот и все, на этом и закончим. Спасибо. Все, всем благ. Спасибо. Выключай. Выключай.